Добрый вечер, Алена. Добрый вечер, дорогие друзья. Алена, спасибо за презентацию. Итак, я Вакула Галина, работаю в студии «Серебряный лебедь» в городе Ростове-на-Дону. Давайте по традиции проверим нашу связь, убедимся, что нам ничего не помешает провести сегодня еще один предновогодний, я не оговорилась, вечер. И поставьте, пожалуйста, пятерочки, если вы меня хорошо видите и слышите. Пока мы ждем пятерочек, я хотела бы поздравить вас всех с Новым годом, с Рождеством. Дело в том, что для нас Новый год – это как дверь в новый мир. И каждый год мы открываем эту дверь и ждем новых открытий, новых возможностей, новых свершений. И я от всей души желаю вам в новом году и во всех последующих находить то, что вы ищете, обретать то, что вы так давно желаете обрести. Для кого-то это творческие какие-то вдохновения, для кого-то это личные какие-то идеалы, которых вы достигаете. И огромное вам спасибо, что в этот Новый год вы пришли вместе с нами, нашей огромной дружной компанией. Я вижу всех в чате, я вижу наш дорогой клуб, я вижу наши знакомые имена. Вы все уже давно семья. Я об этом говорила и не раз, и буду повторять. И у нас еще один Новый год впереди. Вы все знаете, что по нашим русским традициям, для нашей русской широкой такой души, еще один праздник – это возможность поздравлять, возможность радовать, возможность восхищать и открывать какие-то новые горизонты, открывать новые знакомства, дарить, любить, ну и воплощать свои мечты. И сегодня мы с вами будем тоже творить вдохновленно и, я думаю, интересно. А что мы с вами будем сегодня делать? А сегодня мы с вами будем узнавать, что же это за такое страшное слово «имитация». Потому что многие действительно боятся, особенно те, кто только начинает себя в этом творчестве, в декупаже. Мы все начинаем с классического декупажа, да, все это очень здорово. Но когда-то приходит тот момент, я всегда об этом говорю, и, наверное, вы не первый раз слышите, что приходит тот момент, когда человек из первого класса начинает переходить во второй, а это значит, работы должны усложняться. А это значит, что работы должны быть более высокого уровня и более обогащенные. И вот тут-то начинается страх. Я не смогу, я не сумею. А что это? А как это? Ой, это сложно. Так вот, давайте сегодня с вами учиться сложные вещи делать легко и с удовольствием. Давайте опустим камеру и начнем имитировать что-нибудь. Спасибо всем, все поставили плюсики, ну, значит, значит, пятерочки, раз. Вернее, не плюсики, пятерочки. Всем спасибо, девочки, за обратную связь. Итак, сегодня мы с вами будем работать вот с такой заготовочкой. Это купюрница, материал МДФ, да? Что я хочу сразу сказать? Вот кто смотрит Лёлю, да, кто смотрит вообще вот вебинары «Серебряного лебедя», мы в какой-то момент пришли к осознанию того, что намного приятнее творить в прямом эфире нечто такое, что ты сам еще не знаешь. То есть вот этот момент импровизации, наверное, он вдохновляет больше всего. И вот сегодня мне тоже хотелось бы вместе с вами в общем-то, эту работу сделать не единолично, вот я сделала, я показала, сейчас мы все вместе повторили. Мне хочется, чтобы вы тоже поучаствовали. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, помогайте друг другу, потому что в нашем чате есть и новички, и в нашем чате есть уже и мастера, которые имеют большой опыт. И это здорово, когда вы помогаете друг другу. Во-первых, это помощь нам, и в том числе и Наташе, которая сейчас рядом со мной, она всегда поддерживает и нас, мастеров, она поддерживает и вас, и, в общем-то, намного облегчает нашу и вашу работу. А если мы еще все начнем друг другу помогать, ну, это вообще красота. У нас будет все получаться так, как мы хотим. Итак, с чего мы начинаем? Мы начинаем с этой заготовки. И вы знаете, что любую заготовку мы обязательно грунтуем. Пожалуйста, не забывайте про этот процесс. Из какого бы материала ни была наша заготовка, дерево, фанера, металл, пластик, стекло, любой из этих материалов обязательно надо грунтовать, потому что для нас важно что? Не просто загрунтовать, а для нас важно усилить и увеличить сцепку материалов,
Мы-то можем начать прямо сейчас работать, да? Вот, но мы хотим сделать работу качественно, мы хотим сделать работу долговечно, мы хотим сделать работу, которая будет нам служить, поэтому мы будем делать ее по всем правилам. Итак, смотрите, у меня заготовка из МДФ, правильно? Я же говорила вам об этом. Итак, МДФ у нас грунтуется... Вот я сейчас буду грунтовать клей ПВА. Вы уже видели, что я налила себе клей ПВА. Это строительный клей. Я не беру канцелярский. Строительные клеи нам больше нравятся, потому что они более густые, они крепче схватывают, они более надежные. И, как мы обратили внимание, они не дают той желтизны, которую дает клей канцелярский. Я не знаю, почему. Возможно, в канцелярский что-то добавляют, какой-то компонент. Вот. Но мы привыкли пользоваться строительным. Итак, беру кисточку любую. Тут уже, как говорится, предпочтения у каждого свои. У меня кисточки довольно старенькие. Вот я очень трудно перехожу к новым материалам. Да, настолько привыкаю к старым. Наташа смеется, потому что она знает все мои кисточки. Иногда, когда мы начинаем снимать какой-то мастер-класс, она мне просто говорит, а вот убери эту кисточку. Да ты что, значит, ну как можно людям показывать такое? Так, значит, смотрите. Вот у меня клей ПВА. Но для того, чтобы я разнесла его аккуратно по поверхности, я чувствую, что мне нужно его разбавить. Водичка, чуть-чуть водичкой. Да. То, что мы строительный клей любим за его густоту, ну, тут тоже надо учитывать, что вам было еще и удобно им работать. Немножко разбавлю, чтобы у меня кисточка не задерживалась, а хорошо-хорошо вот таким образом прогрунтовала мою поверхность. Чем еще можно грунтовать? Грунтовать можно обыкновенным акриловым лаком. Грунтовать можно специальными грунтами для творческих работ. Грунтовать можно краской акриловой. Вот в данном случае под ту технику, которую мы с вами будем делать, грунтовать можно любой краской, не только белого цвета. Но если вы предполагаете, что на вашей работе будет потом какой-то мотив, картиночка, то лучше, конечно, основу сделать белого цвета. Вам будет тогда легче работать с картинками, и ваша картиночка не будет терять цвета. Значит, мы сейчас включим фен. Я не буду сейчас сильно заострять внимание на грунтовке, я просто так вот прогрунтовала. И внутри не забывайте грунтовать. Но это у меня уже второй слой грунтовки. Вы же понимаете, что я, да, подготовилась немножко заранее, чтобы не занимать ваше время. Поэтому я сейчас просто включу фен. Ты грунтовала ПВА заранее? Да, ПВА. Я клею ПВА. Вы обратили внимание, что цвет никак не изменился? Да. То есть вот казалось бы даже, да, казалось бы даже никак ничего не изменилось. Но это был клей ПВА. И, собственно говоря, для меня сегодня неважно, какой цвет у моей заготовки снаружи, так как у нас не будет сегодня картинок. Я же вам обещала имитацию. И, собственно, мы из декупажа сегодня чуть-чуть уйдем в сторону. Мы не будем декупажить, но мы будем творить интересные вещи, практически дизайнерские. Наташ, можно фенчик буквально минуточку? Так, мы сейчас сделаем небольшую сушку. Да, все это быстренько, сейчас 3 минутки, и все готово. Легко впитывается клей ПВА в поверхности, вот деревянные, фанерные. Да. В МДФ чуть-чуть, может быть, подольше будет, она как-то более плотная, прессованная. Ну, это не займет много времени. Угу. Включаем. Так, звук пошел, да? Девочки, немножко многовато я нанесла клея, поэтому я сейчас попрошу Наташу посушить в другом месте, чтобы время не терять. Я просто поговорю дальше, а Наташа мне досушит вот то, что здесь происходит. Ага. Значит, Наташа, ты прямо сейчас здесь? Да, будешь? Да. Я пойду. Ну, а, хорошо, хорошо, спасибо. Значит так, а теперь давайте перейдем к следующему моменту, да? Вот я вам уже говорила, что сегодня мы начинаем с имитаций. Так вот, конечно же, сложную имитацию мы делать сегодня не будем. Я хотела бы рассказать, как сделать это проще всего. Ну, например, с помощью трафаретов. Я думаю, что трафареты, во-первых, есть у всех. Да, это материал вполне доступный, потому что имитации это, конечно, делаются сложные, какими-то красками что-то рисуется, какими-то, значит, там патинами все это отделывается. Мы тоже будем работать сегодня и патинами, но мне хотелось бы показать именно простейший вариант, тот, что вы можете делать, во-первых, быстро, а во-вторых, может сделать даже начинающий. Итак, трафареты. Но трафареты тоже, в общем-то, надо подбирать с умом. Вот я подобрала несколько трафаретов, просто хотелось бы вам показать, с какими трафаретами, ну, просто вот видеть их на готовой работе, как бы немножечко так абстрактно, конечно, да, но видеть конечный результат вы должны уметь.
Итак, значит, смотрите. Я сейчас покажу те трафареты, которые я выбрала для себя. Значит, во-первых, посмотрите. Вот если бы я взяла этот трафарет, то именно этот трафарет хорош для имитации металлов, да? И если у нас с вами будет сегодня время, а я очень надеюсь, что нам хватит этого времени, возможно, мы и попользуемся им. Но у меня немножко другая задумка. Мне хотелось вам показать, потому что имитации металла мы делаем много. Много мастер-классов, много вебинаров на эту тему, да? И, в общем-то, я не думаю, что это будет что-то новенькое для вас. Мне хотелось бы поработать с другими трафаретами. Очень интересно, вот посмотрите, трафарет – это имитация дерева, да? С ним тоже можно работать. Я просто показываю, как выбирать трафареты. Если вы возьмете какой-то трафарет с цветочками, там, с какими-то узорчиками, ну, тут… Какая имитация, да? Да, не поймешь, что вы имитируете. А вот сейчас мы говорим о серьезной конкретной имитации, то есть имитация некого материала. В данном случае, то есть материал – имитация металла, чеканного, например, да, или кованого какого-то, имитация дерева. Здесь тоже можно сделать имитацию, но здесь либо какая-то вязка, либо какие-то колодки. То есть, вот, да, ну, я просто показываю, что это тоже интересный вариант, которым можно пользоваться. Угу. Не знаю, зачем я взяла вот этот трафарет, никогда им еще не пользовалась, но, наверное, тоже захотела сделать какие-то объемы и просто отложила его в сторону. Мне кажется, здесь тоже будет очень интересная имитация, если сделать вот с этим трафаретом. Просто интересно будет выглядеть конечный результат. Потому что все-таки вот эти трафареты, да, действительно нужно видеть, как они будут выглядеть. Так, это у меня вспомогательный трафарет, это не для имитации. Просто вспомогательный, так как у меня есть задумка сделать металлическую планочку. Как мы это сделаем? То есть у нас сегодня получается имитация двух вариантов. Скажу честно, это будет имитация кожи. Вот хотелось мне сегодня вам показать. Ага. Да, имитация кожи, причем кожа рептилий, да? И имитация, собственно говоря, металла. Причем и то, и другое мы сделаем настолько простым способом, что вы поймете, что это совсем не страшно, что это очень просто и быстро. Вот, посмотрите, вот видно ли, сейчас на белом фоне покажу, да, видно, что да. Вот это у меня кирпичики, да? Тоже можно сделать имитацию кирпичной стены, да? Угу. В начальных домиках мы часто... Конечно. Используем. И вот у меня два трафаретика с имитацией змеиной кожи. Вот это, да? И кожа, вот это тоже кожа рептилии. Кожа, да? Да, но она немножко скучноватая. Да, вот это как-то, одинаковая такая. Какая-то, не да? Совсем одинаковая. Здесь есть, конечно, разница вижу, да, в размере. Но мне кажется более интересным вот этот трафарет, который я приобрела еще года два назад. Прям крокодиловая кожа, да? Ну да, и я хотела бы попользоваться именно им. Итак, давайте с вами сделаем имитацию простейшим способом с помощью трафаретов. Пользоваться я буду тоже простым и дешевым материалом. Это шпаклевка акриловая. Вообще-то мы через трафарет работать можем еще и специальными пастами. Да? У нас есть пасты разных фирм. Это Sonet, это Tahir. Есть грубые пасты, есть тонкие пасты, более такого мелкого, как мелкой консистенции, более мягкой. А, да, спасибо, отлично, мы схватили. Вот, более мягкой. И, конечно, если у вас есть такие материалы, пользуйтесь ими. Но мне нравится пользоваться шпаклевкой. Во-первых, это дешево. Вот у меня в руках две баночки, каждая из них по 48 рублей, по-моему, я покупала. Вот. Хотела вам показать, специально взяла две банки, что они бывают разных цветов. Белая, черная, коричневая. То есть все, практически многие оттенки дерева, потому что это шпаклевка акриловая по дереву, и практически все оттенки дерева, они так и называются, там дуб, ясень. Ну нам какую дуб? Нам абсолютно все равно какой, почему я и принесла две. То есть я могу взять и белую, я могу взять и черную, потому что в любом случае я сейчас буду работать шпаклевкой, а потом ее буду закрашивать каким-то цветом. Ну вот я не знаю, какую выбрать. Они одинаковые по качеству. Ну да. Давай беленькую. Ну, давайте белую, мы к ней привычнее всего. Да, давай беленькую. Но я могла бы взять и черненькую. Чтобы наша работа смотрелась интересней, я хочу вот эту кожу змеи не просто вот так вот приложить, да, а немножечко вот поиграть, как сказать, размерами, сделать некую рамочку. Потому что, ну, можно, да, но это просто, но хочется вот как раз из простого сделать чуть-чуть сложное, ну, простейшими методами. Я ничего нового добавлять не буду. То есть трафарет, заготовка, обыкновенная шпаклевка
и малярный скотч. Ну, тоже все очень доступно. Все, то есть вот иногда многих останавливают в имитациях что? У меня нет этого материала. Где я его достану? Поэтому я даже не буду с этим заморачиваться. Но то, что я сейчас вам показываю, это есть везде, даже в самых, собственно говоря, наверное, таких провинциальных городках, небольших, маленьких. Уж строительное дело, где-то на рыночках всегда найдутся. Mm-hmm. Примерно на расстоянии, ну, может быть, около сантиметра. Скажи, пожалуйста, а зачем вот эта рамка, вот, то, что ты сейчас делаешь? Для красоты, вот честно говоря. Она как обрамление? Скажем, это будет, да? Как обрамление, mm-hmm. и работа будет смотреться более элегантно. Mm-hmm. Она не будет смотреться, ну, немножко топорно, грубовато и примитивно, да? Mm-hmm. Ну, вот обратите внимание, то есть мы-то делаем простую вещь, но все-таки какую-то элегантность, какой-то стиль мы должны предусмотреть, правильно же, да? Uh-huh. И, казалось бы, такая простая вещь, как обычная рамочка, это я проверяю, насколько я ровно приклеила, значит, как обычная рамочка, вот почему я говорю, сегодня все очень просто. Мы получим интересную работу, но из таких простых вещей, которые есть у каждой. И не надо ничего бежать, искать где-то по интернету, в магазинах. Все. Не, ну вот Галина говорит, а что делать, если нет такого трафарета? Трафарет-то сложный. Ну. Так, а я вам показала, что вы можете взять любой другой трафарет. Да. Не, вот это у меня просто сегодня я буду делать с этим. У вас нет такого трафарета. Я же вам варианты разные показала. Берите там кирпичики, берите там какие-то вязочки, берите... Да, вот все, что я сейчас буду делать, будет хорошо смотреться с любым трафаретом. Берите какие-то даже вот цветочные, ну как, растительные мотивы. Берите деревянный мотив. Просто я сегодня делаю именно кожу. И взяла трафарет, который у меня есть. Если вы хотите кожу, ну, тогда придется, конечно, заказывать этот трафарет. Но я сейчас показываю вообще имитацию, то есть техника имитация, которая, вот то, что я сейчас сделаю, вот сейчас я уберу этот трафарет, положу другой, но шаги останутся те же самые. Ваше дело сейчас просто посмотреть на простоту этих шагов, на простоту материалов, которые используются, и уже применять так, как вы задумаете. Угу. Ну, я, ты знаешь, на самом деле, вот смотрю на этот трафарет, угу. сейчас скажу, и думаю о том, что вообще можно прорисовать наш подвески, да? Я хотела сейчас вот сказать еще один момент, да? Значит, смотрите, что такое вообще, вот, если вы хотите имитировать кожу рептилии, да. там, или змеи, что это такое? Это некая сеточка. Но вплоть до того, что у меня, когда я только начинала, у меня не было трафарета, помнишь, я делала очёшник, я взяла вот эту грубую сетку из-под картошки. Да, лук, картошка. Лук, картошка, вот там где, да, с широкими такими ячейками, с большими, да. И вот это первые мои имитации были именно с этой сеткой. Вот, а почему я не взяла? Вот надо было, наверное, да, я не подумала об этом вопросе. Вот. И я просто вот так вот натягивала эту сетку, причем старалась натянуть так, чтобы у меня ячейки растянулись неровно. По-моему, где? На шарике от семьи, посмотри. А, нет, не на этом, да? Сейчас так я посмотрю, может быть, на шарике найду. Нет. Второго шарика нет, второй нет. В студии остался, да? Ну, понятно, я думаю, девчонки... Да хотелось показать, чтобы уже точно, что-то я вот не подумала над этим вопросом. Я помню, что у нас был да, такой шарик. Да. Ну, вы поняли, да? То есть можно взять какую-то сетку с большими ячейками. Самые грубые сеточки – это именно из-под овощей, картошка, лук, вот в них вот продают. И натянуть вот таким образом, да? Так, чтобы вот эти вот ячеечки, они были неровные, а наоборот как бы подтянулись в разные стороны, создавая вот какой-то вот такой неровный рельеф. И... А колготки можно женские взять? Ну, если у кого-то есть сетчатые, ну, можно. Сеткой, знаешь, есть. Да, только не мелкая сетка, а крупненькая, да? Ну, можно растянуть, будет крупненькая. Да, сетка. Да, можно, можно. Только я уже давно-давно забыла, как они выглядят. Вот. Но если они еще существуют в природе... Если ты не можешь купить трафарет, но очень хочется, то покупаешь. Можно, да, абсолютно можно. Вот я сейчас пожалела, что я не предусмотрела этот вариант, надо было взять просто кусок. Нет, ну вот Галина уже написала, Галя, спасибо, сетку найдем. Вот, все. Ну хорошо, главное, я понятно объяснила, да? Да, понятно. А дальше вот все, как я делаю. То есть для вас сейчас главная техника. Итак, сейчас я из этого трафаретика выберу для себя элемент наиболее, ну как, который красиво будет смотреться. Ну, конечно же, это вот эта линия, да, мне кажется, она как раз очень читаема. Я ее, наверное, здесь и воспроизведу. Я могу ее подвинуть в край, я могу по центру. Мне кажется, ее надо подвинуть. Ты думаешь, крупненькие какие-то все-таки возьмем. Вот так вот, да, сделаем? Вот какие-то крупненькие хочется, да, потому что мелко
Нет? Будет немножко асимметрично, здесь не совсем хорошо будет смотреться. Давайте сделаем все-таки по центру. Мне кажется, так будет интересней. Хотя, может быть... Может быть. Вон, девчонки начали фантазировать. Да. Уже, говорят, там? Александра говорит, существуют сетки, в них игрушки в детских магазинах продают. Ой, пожалуйста. Отличный вариант. Угу. А вот Стелла говорит, а сетка от фруктов, апельсинов, помело, тоже красивая имитация. Красивая, она, да? Чуть помельче, но мало ли, а вдруг вам нужна именно мелкая имитация. Конечно, вот. Используйте. Да ее можно растянуть. Можно растягивать, да. Просто я сейчас вспоминаю. Ну, нет, она не мелкая, она когда растягивается. А это чесночок в мелкой-мелкой сеточке, да. Все, я поняла. Итак, значит, смотрите, то есть мы уже придумали с вами, где взять эту сетку, да, если у кого-то вот, нет... А Елена говорит, прекрасно печатается на пленке и вырезается маникюрными ножницами. То есть вырезал эти сетки в квадратике. Здесь, да, здесь очень просто вырезать, потому что действительно нет вот этих вот тонких линий. Итак, берем шпаклевку. Я работаю мастихином. На наружную часть мастихина, то есть вот на эту внешнюю часть лопаточки, я накладываю шпаклевку. У девчонок, как посмотри, пошел процесс творчества, начали нам говорить. Магазин «Цветы», отделочная сеточка. Есть, точно. Есть, да. В рулонах, упаковочная. Есть цветы, такая, да. И даже у меня, кстати, дома лежит, я пользуюсь, да, иногда для украшения. Вот, смотрите, я теперь эту шпаклевочку размазываю аккуратно по трафарету. Толщина зависит от того, какой толщины у меня трафарет. То есть я не стараюсь прямо сделать слишком толстым, это будет не очень красиво. Но в то же время я и не совсем уж до конца счищаю, вот, то есть до такого уровня, вот я уж совсем не счищаю, да? А, тут даже не видно, извините. Вот, вот, да? Вот это мелковато. Вот как-то, вот, вот так вот примерно должно быть. То есть просвечивает сеточка, но немножечко. Это примерно 1 миллиметр и даже чуть меньше. Слишком много тоже не накладывайте. Почему? У вас неаккуратно ляжет сама шпаклевка. Когда у вас будет много ее, mm-hmm. и вы начнете снимать трафарет, у вас подтянется вот такими вот как сопельками слегка, как конусами. Вулканчиками. Ну что ты вот, красивое слово не могла подобрать, Галя? Вулканчики как раз слишком красиво для того, что получится, если вы возьмете слишком много шпаклевки. Мне хотелось именно вам показать, чтобы вы запомнили, что не делайте много шпаклевки. Вот. Но я, кстати, вот у тебя посмотрела, что ты кладешь очень мало шпаклевки. Ну, мало, я но... Я всегда старалась такой, знаешь, сантиметровый слой. А потом счищала, замывала, да, наверное, вот эти вулканчики, как элегантно выразилась Наташа. Да. Вот. Значит, не старайтесь сделать это особо ровненько, как получится, так и получится, потому что мы немножечко потом замоем или зашкурим то, что у нас получилось. Закрываем шпаклевку, не оставляйте ее открытой. Трафарет обязательно надо сразу помыть. Если сразу не можете это сделать, кладите в ведро с водой и пусть лежит какое-то время там. Снимаем. Вот как снимаем, Галя? Аккуратно, вот просто я беру... Я тебе открою один секрет, что многие снимают по-разному трафарет, и была одна ученица, которая его просто срывала, знаешь, таким резким движением, как рванет его. Резким... Я говорю, что ты делаешь? Резким движением мы срывать не будем, надо замачивать. Это я, да, это я в ведро замачиваю, да? Резким движением мы не снимаем. Потому что мы можем, да, потому что мы можем нечаянно с рывком снести сам рисунок. И, естественно, когда мы поднимаем трафарет, мы поднимаем его строго в вертикальном положении. Не надо вот так вот его свозить в сторону. Но я думаю, это большинство уже знает. Итак, смотрите, вот я сделала рисунок и сразу снимаю малярный скотч. Иногда, когда у меня вот новички приходят на мастер-класс, говорят, а давайте его оставим, а потом, когда все сделаем, мы, значит, тогда его и снимем. Но если вы дождетесь того, что у вас ваша паста высохнет прямо на скотче, и начнете снимать скотч, то у вас будут отрываться вместе со скотчем сами элементы вашего узора. Поэтому пока у меня паста влажная, пока она не высохла, я снимаю, да. Я снимаю сразу. Лена наша Якимова появилась. Леночка, Леночка, привет! Помогает нам, отвечает на вопросы. Леночка, как мы тебя рады видеть. Ну, я уже соскучилась по тебе. Приезжай к нам скорее. Тая говорит, а ведь можно такую имитацию скорлупой сделать. Ух ты! Конечно, от можно. Фисташек.
и от фисташек, и от яиц, да, от чего угодно. В общем-то, опять-таки, смотрите, вот главное посмотреть, что есть, а уже взять для имитации можно то, что у вас есть под рукой. Вот посмотрите, сколько вариантов мы с вами предусмотрели. Хотя всего лишь, я показала один трафарет, мы уже нашли, где можно взять сетки. Это цветочные, это овощные, это игрушечные. Мы уже вспомнили о скорлупе, да? Девчонки, вот включайте фантазию, оглянитесь вокруг себя, вы увидите столько вот нужных вещей, которые вы можете применить. Итак, посмотрите, что у меня получилось. Очень интересная такая как бы вставочка. Вставочка. Да? Именно вставочка. Да. Достаточно тоненькая. Я вот смотрю, что как бы действительно немного текстурной пасты. А вот теперь, да, вот да? теперь представь, если бы мы эту вставку, даже не вставкой сделали, а полностью нанесли на крышечку. Было бы чуть-чуть грубее, не было бы вот этой, наверное, изящности, да, утонченности работы. То есть ты хочешь сказать, это кожа молодого крокодила? Ты так хочешь сказать? Да, примерно как-то так, да. Значит, смотрите. Итак, как я вам обещала, что у нас сегодня будет две имитации. Вторая имитация – это будет металлическая планочка. Вот посмотрите, как сегодня у нас продуктивно, да? И имитация кожи, и имитация металлической планочки. Но здесь вообще все просто. Я буду для быстроты, чтобы это было быстро, я буду работать вот таким трафаретом. То есть у меня есть специальный полосатый трафарет, и вот эту самую широкую полосу, как бы планочку, да, я буду использовать. Если у вас нет такого трафарета, опять-таки, малярный скотч, заклеили все лишнее, оставляете вот такую планочку, а может быть, малярным скотчем сделать? Нет. Сделаем, хорошо. Хорошо. Малярным скотчем это понятно, ты только что показал. Хорошо. Покажи, как ты планочкой делаешь. Ох, Наташа. Значит, смотрите. Ой, мне главное, чтобы не задеть. Да, чтобы не задеть теперь. Может, подсушим все? А, ты приклеила мне. Я приклеила. Да нет, вроде я открывала. Я открывала. Сейчас открою, да? Ты открывала? Да, открывала. Я просто боюсь сейчас. Да, я открывала. Я пока подготовлю снова свой мастихин. Наташа мне открывает заклеенную. Главное, не испорьте мне этот. Да ножичком носить. Да, я открою. Ага. Сейчас Наташа пойдет откроет, потому что у нас с помощью ПВА очень так хорошо приклеилась крышка. Кстати, да, тоже учитывайте это. Это бывает у нас редко, но вот в спешке это произошло. Дома я всегда, конечно, за это, ну, на это обращаю внимание. Вот, ну, а здесь мы стараемся скорее-скорее, и вот такой результат у нас получился. Итак, значит, что мы с вами берем? Мы опять берем мастихин, мы берем шпаклевку, и ждем, когда придет Наташа. Еще раз напомню, что хорошо, если у вас есть такие трафареты. Если у вас их нет, не заморачивайтесь. Просто с помощью, да, спасибо, Наташа. Просто с помощью малярного скотча отделите себе эту линию, как планочку, и сделайте. Лёля делает еще проще. Она просто берет мастихин и вот как-то выравнивает его. Да? Тут вообще без заморочек. Ну, если кто-то так вот может ровненько рисовать линии, рисуйте. Может, подсушим, нет? Я вот так вот приоткрою, просто чуть-чуть вот. Чтобы она нигде не упала, у меня вот так поставлю. Нет. Давай, подержи. Вот так, держи. Так, ну что ж, это интересно. Подержи. Давай суши. Подержали. Давай суши. Хорошо подержали. Сушим, ребята. Ничего страшного не произошло. Да, у меня такое вот одно пятнышко здесь есть, но я его лишь сейчас восстановлю. Мастили. А, кстати, а интересно, а если мы оставим эту лопнутую Давай кожу? Оставим. А давайте оставим, а? Давай. Это тоже интересно. Я сейчас просто подправлю вот эти будешь, вот. Будешь создавать кожу старого. Был молодой крокодил, стал старый крокодил. Или крокодил. Это опять-таки, включай. Включай? Звук не отключай, может, что-то скажем еще. А слышно вообще или нет? Слышно, да? Вот, значит, это о чем говорит? Вот такой непредвиденный момент, да? Мы тут старались все сделать красиво. В общем-то, красиво не вышло, но очень интересно получилось. Теперь мы быстренько, как это говорят, переобулись, перевернулись в воздухе и решили по-другому. Теперь у нас будет старый крокодил, и мы будем работать с кожей старого крокодила. Девчонки, все, что не делается, все к лучшему. Это еще очередной пример тому, как можно вот изюминку найти даже в ошибках.
О чем я и говорю всегда. А ты куда пошла? Слушать пошла другим этикетом. Значит, смотрите, я всегда говорю, что когда у вас происходит какая-то ошибка, какой-то мелкий косячок, то вот это как раз тот момент, когда и начинается ваша фантазия и ваше творчество. Когда мы все делаем по плану, это, конечно, здорово, это красиво, но это стандартно, да? И вот только когда у нас где-то порвалась салфетка, где-то вот как сейчас у нас перевернулся бутерброд, да? Вы же знаете, что бутерброд обычно у нас падает как? Маслом вниз, прямо на пол. То же самое у нас сейчас произошло, но мы не стали расстраиваться, не стали отчаиваться, хотя могли бы сейчас все стереть, давай заново переделать. Не будем переделывать заново. Мы будем работать с тем, что есть. Вот это и называется тем моментом импровизации, когда получается вещь, в общем-то, креативная, только лишь потому, что мы совершили какую-то ошибку. Итак, ждем Наташу. Она нам сейчас принесет нашу. А, кстати, о чем мы ждем? Я вам сейчас покажу еще мои полуфабрикаты, мои заготовки, которые я хотела вам сегодня показать. Я хотела показать вот этот. Леночка Якимова, ты меня видишь, да? Я сегодня работаю с твоими заготовками. Мы сегодня еще будем делать вот такую заготовочку, где будет использован трафарет, если вы видите, другой, да? Потому что, да? Конечно, не очень удобно, может быть, по цвету сейчас. Удобно, все, видно, да? Хорошо видно, что это кирпичи. Ну, мне хотелось вам показать, то есть сначала хотелось сделать сюрпризом, что вот мы сделали кожу змеи, потом раз, опа, а еще и кирпичи. Но появилась свободная минутка, которую мне надо было заполнить, поэтому тайну я раскрываю чуть-чуть пораньше, но зато вы знаете, что у нас сегодня будет не одна имитация. Так что не думайте, мы с вами еще поработаем. Итак. Ну, вроде подсох. Все, Наташа подсушила. Девчонки нам пишут в чате, теперь кожа натуральная, понимаешь? Вот видите. Теперь не просто как бы она идеальная, а она натуральная. Дефект в эффект, Светлана говорит. Ты помнишь такую поговорку Галины? Ой, поговорку я эту сама, как говорится, люблю. Услышала ее от другого мастера давно, наверное, несколько лет назад, тоже когда еще сама практически ходила в ученицах. Я ведь тоже когда-то училась, правда? Вот, и у меня же тоже, я не родилась со всеми знаниями. И мастер, который меня учил, вот она все время вот эту поговорочку мне говорила. И я ее запомнила и принесла в массы. Так что спасибо Арине. Угу. Не знаю фамилию, но помню имя. Красивое имя Арина. Значит, смотрите, я просто наложила трафарет, да? Еще раз повторюсь. Трафарет иметь не обязательно. Вы можете пользоваться скотчем, отметить себе те расстояния, которые вам нужны, и сделать такую планочку. Либо вообще сделать это от руки. Если вы умеете ровно рисовать, и у вас хороший глазомер. А вот эту планочку, кстати, не старайтесь сделать совсем уж ровной. Вот тут вы специально... Можете уронить ее. Да, и либо уронить, либо просто вот, как сказать, не очень гладко провести... Вот, мастихином, то есть не заглаживать. И даже более того, я сейчас возьму кисточку жесткую и дополнительно нанесу некий рельеф. Еще раз хочу напомнить, что мы с вами вот здесь, на этой планочке, тоненькая, маленькая планочка, но мы тоже сделаем имитацию, самую простую, практически в два шага. Это будет имитация металла. Так, смотрите, снимаю, опять-таки, не сильными рывками, аккуратно, и трафарет должен идти вверх. Все. Красиво. Да? Красиво, ровно. Четко. Четко, да. Трафарет я опускаю в ведро с водой. Угу. И вот теперь, когда когда я опущу крышечку, у меня получится вот такая планочка. Она будет у нас как металлическая, обработана совсем в другом виде, не так, как здесь, но очень просто, еще раз повторюсь, в два шага. Практически у нас и эта имитация, и это будет делаться в 2-3 шага. Это очень просто. Это хотите, запишите, хотите, запомните. Так, значит, смотрите, вот здесь по бокам вы тоже можете сделать такие планочки. Такую же планочку вы можете сделать сзади. Но я думаю, сейчас мы этого делать не будем, потому что вы просто посмотрите, как я это делаю сейчас. И дома уже, не торопясь, вы можете делать их маленькими, как накладочки. Вы можете их делать овальными.
если, допустим, у вас есть какой-то трафарет, да, такой вот как овальчиками, да, можно сделать как и овально. Может быть, вы вырежете на скотче, на малярном какой-то узорчик, да, вот как треугольничком, ромбиком, овальчиком, и вот здесь вот так вот наклеите. Вот, то есть любую форму вы можете придавать вашей накладочке. Сейчас мы это подсушим. И, собственно говоря, дальше примемся за замывочку, да? Угу. Все, давай, здесь быстро высох. Да? Конечно, давай. Моментально. Ну вот этот вот очень быстро высох. Моментально высох, да. Я, кстати, что сказала? Я же обещала, что здесь немножко добавить рельефа. Я говорила, а сама забыла. Смотрите, беру какую-нибудь старую жесткую щетинную кисточку, вот именно жесткая, да? Не мягкая. И лучше, когда она кругленькая. Просто у меня сейчас с собой нет круглых кистей. Ну, поняли, что я говорю, когда говорю слово круглое, да? Когда не плоское вот это полотно, а когда оно вот такое вот кругленькое. Но так как у меня другой кисточки нету, я буду работать тем, что у меня есть. И слегка где-то вот создаем... Видно или нет? Нет, на белом. На белом не видно. Будет видно, просто... когда мы начнем. Да, то есть, когда мы начнем это окрашивать, вы увидите вот то, что я сейчас делаю. Сейчас просто запомните, что в некоторых местах я делаю как бы такие углубления, неровности, как бы пупырышки, шершавость такую создаю, да? Вот, не обязательно делать это прямо вот подряд. Где-то можно сделать местами, вот так вот чуть-чуть здесь, вот сюда. Все, достаточно, много не надо. Немножечко, нет, не видно пока. Ну, белое на белом, сами понимаете, но во время окрашивания вы поймете, что, собственно говоря, мы делали сейчас. Мы создавали дополнительный рельеф, шершавый. Давай немножко подсушим. И перейдем к дальнейшей работе. Ну, немножечко подсушили, пока будем работать дальше, оно досохнет, да, и я все время стараюсь использовать, как сказать, время на полную катушку, и мне немножко жалко вот это вот, тратить его на просушивание. Итак, следующий этап, я вам уже говорила, мы будем делать небольшую замывочку нашего рельефа. Что это значит? Многие, допустим, это слово удивляют, что это, а зачем это? То есть мы могли бы взять сейчас с вами, например, какую-то шкурочку, да? Ну вот кусочек у меня такая есть, наждачная губочка. И могли бы сейчас чуть-чуть выровнять рельеф. Но я больше люблю делать замывку. Подсмотрела этот вариант у Лёли. Раньше я шкурочкой работала, потом посмотрела, а она делает замывочку. И я, собственно говоря, приняла это интересный способ, да, к своему сведению. И, значит, смотрите, влажная салфеточка, не мокрая, влажная, то есть хорошо отжатая, намочила, хорошо отжала. И теперь тот рельеф, который мне надо замыть, то есть что значит замыть, сделать более округлыми, более, как сказать, более оплывчатыми рельефные вот эти вот краешки, да, да, не рубленые, а вот именно сделать такой мягкие, обтекаемые формы рельефа. Но это очень важно. Это очень важно, потому что в этом случае будет более естественно смотреться сам материал, который мы имитируем, потому что вы сами понимаете, что на коже, например, змеи там, я понимаю, если это вы имитируете кирпич, да? Да. И то он где-то по краям у нас крошится, и поэтому, если вы сделаете замывку на кирпиче, это тоже будет к месту. Вот. А уж когда мы имеем в виду вот такую рельефную текстуру кожи рептилии, то, естественно, должна быть какая-то такая немножечко более мягкая форма. Итак. Дарья говорит, хороший подарок для любимого к празднику получится. А Елена говорит, ну да, с намеком. Я думаю, это больше к женщине с намеком. Змея, ты моя мудрая.
Вот. Ну, в общем-то, да, у нас приближаются еще, во-первых, еще один Новый год, да, 14 января. Во-вторых, у нас еще и 23 февраля. Время летит так быстро, что, собственно говоря, мне казалось, что только-только вот 2015 год, а мы уже в 2017. Итак, смотрите, мы делаем вот такую замывочку. Сильно не старайтесь все это смыть, но когда вы влажной тряпочкой проводите по своему рельефу, идет естественное сглаживание. Здесь, где мы будем имитировать металл, я не буду делать замывку. Я специально делала рельеф, поэтому я его замывать не буду. Следующий этап у нас, наверное, самый важный. Вот теперь я хотела бы спросить вашего совета или вашего желания. Вы все знаете, что кожу можно делать разного цвета, да? И кожа рептилий тоже. Вы все видели какие-то бумажники, блокноты, книги в кожных переплетах, да? И коричневые, красные, зеленые, да какие угодно, синие. Вот какой бы цвет вам хотелось сделать на данной шкатулке? То есть я могу предложить варианты какие? Это может быть красный цвет, это может быть, сейчас я даже показывать буду, да? Это может быть красная кожа, это может быть синяя кожа, это может быть зеленая кожа. Но зеленая – это стандартная. Это часто всегда, бывает. Да. Это может быть коричневая, но это тоже немножко стандартно. Мне кажется, что было бы интересно красную кожу посмотреть. Давай посмотрим, что девочки отвечают. Давай посмотрим. О, смотри, коричнево-красная, коричнево-красный. Ну, видишь, в красные тона уходим, да, девочки? Хорошо, я согласна с вами, потому что я сама хотела выбрать два варианта. Либо синий. Смотри, красный-красный. Но я тебе говорю отлично, красный. Отлично, отлично. Я просто хотела сказать, что я, собственно говоря, так и хотела вас подвести к их мысли. Вот из этих двух цветов. То есть я бы с удовольствием поработала и синим, я с удовольствием поработала бы и красным. Потому что зеленый я уже делала. Ну, я могу сделать его еще раз, но, да, не хочется повторяться. Давайте, красный, да? Зеленая – это такая стандартная кожа крокодила. Да, она скучноватая. А мы хотим крокодила, который на солнце зажарен. А мы же девочки какие? Мы девочки гламурные, мы любим, чтобы ярко, чтобы красиво, И ботиночки красненькие, и машинка, чтобы у нас красненькая была. Вот, значит, смотрите, еще там было очень интересное высказывание, что мы хотим коричнево-красный, да? Да. Так вот, я что вам хочу сказать. Сейчас будет небольшой сюрприз, потому что пользоваться я буду красным цветом, ярко-красным, а получу в результате коричнево-красный. Ух ты! Что вот, опять-таки, что очень просто, да, я не буду сейчас пытаться смешивать какие-то краски. Я вот беру яркий, такой радикальный красный цвет, практически чуть ли не... Нет, это кажется как оранжевый, но в камеру. Вообще он у нас такой прямо алый, да? Вот именно алый. Ты людям покажи сама. Я сама смотрю, думаю, какой там цвет-то получился. Не могу вспомнить, что у нас такого цвета. Отвернула к себе и говорит, у меня тут... То есть я уже работаю практически не для вас, а для себя. На какой цвет я выберу? Крокодил-рак. Вот скажите, из этого красного цвета может получиться крокодиловая кожа? Вот интересно. Галя, по-моему, это сильно как бы... Ну вот, хендмейд, по-моему. Так, товарищ, вы сами выбрали, вся ответственность на вас. Нет, тут многие очень так скромные попытки все-таки тебя в зеленый цвет пытались ввести в разум. Были, да? Да, они пытались тебя в разум ввести. Но я не поддалась, да, я вообще так это ловко умею уворачиваться. Вот, значит, смотрите, мы все-таки сделаем красную, потому что, когда сейчас вы заговорили о красной коже, да, у меня почему-то в голове красный кошелек. Знаешь, вот такой вот текстурочки. Не знаю, наверное, потому что у меня был такой красный кошелек когда-то, и мне он очень нравился. Говорят, красное хорошо к деньгам, да, золотое, красное. Вот, значит, смотрите, я развела немножко водой, чтобы это было, ну, как-то для удобства прокрашивания. И начинаю красить. Ну вот смотри, нам говорит Ольга, говорит, почему кожа крокодила, если змеи? Да пускай будет змеи, не видела живого крокодила, честно скажу. Пусть это будет кожа змеи, ну вот соглашусь, прямо совсем вот соглашусь. Мы и за змею, и за крокодила, просто здесь такой узор вот этот, вот как прям хребет у крокодила, видите? Ну да, но вы знаете, просто есть действительно кто-то, может быть, больше в этом соображает, может быть, у нас есть люди, которые работают в этой сфере, например, как... Вот кто зоологи, да, зоологи, биологи, конечно, они больше в этом соображают.
Ну, вот, и, я, в общем, я не знаю, это чья-то тоже. Да. Я близко крокодила не видела никогда, но если вы говорите, что это из меня, ну что ж, я поверю. Вполне соглашусь. Ой, как ярко получилось, да? А мы как раз вот... Ярко, но красиво. Недавно попали на программу, смотрели по телевизору, и там как раз про рептилии показывали самые ядовитые, ну там, типа, самые 10 ядовитых змей. Ага. Боже, какие они яркие, желтые, ну такой, знаешь, ядерно-желтый. Если она зеленая, то это зелено-салатовый такой. Ну... То есть, знаешь, как бы своей кожей она показывает, что, ну как, отойди, не подходи. Ну, я все хотела сказать, природа мудра, она специально, да, предупреждает человека, что смотри, вот как ярко тут я ползу. Да, да. То есть такие яркие цвета. Хорошо, что это далеко от Ростова. Ольга говорит, не спорьте, это кожа слона будет. Молодец, Ольга. Динозавр, Елена говорит, тоже хорошо. В общем, нам не важно, что это, главное, мы что-то имитируем. И я вас уверяю, что вот эту технику вы можете использовать не только для кожи рептилий. Если вы будете имитировать металл, да, просто подберете определенные краски, например, возьмете золотую, да, или серебряную, а дальше работайте по схеме. Девчонки говорят, одно слово, рептилии, ящеры, пожалуйста. А Евгений говорит, а у змеи нерельефная кожа. А вот я не соглашусь, мы как раз вот эту передачу смотрели, и там показывали, что змея, у нее прям чешуя, как практически у рыбы. Как у рыбы, да. То есть прям вот эти чешуйки, и она ползет, и они у нее вот так все двигаются. То есть это, она не гладкая. То есть есть кожа гладкая, а есть прям вот, это для нас было тоже интересно, и такой новость, ну как, мы не спецы в этом, скажем так, в змеях. Да, в змеях. В террариуме как-то не приходилось, да? Значит, смотрите, обратите внимание, что я прокрашиваю, сейчас вот я хочу все это сделать одновременно, значит, я прокрашиваю, но вот этот бортик, я не особо на нем заморачиваюсь, я буду делать его другого цвета. Mm. Вот. Я прокрашиваю здесь вот внутри бортик, но, наверное, донышко сейчас трогать не буду. Нет, донышко надо, мы же будем делать всю работу до конца. Все, работаем. Mm-hmm. Работаем. Так вот я хотела сделать. А внутренности я уже, конечно, сделаю самостоятельно. Возможно, я прокрашу их в какой-то подходящий цвет. Может быть, это будет коричневый. Может быть, это будет здесь какая-то ткань проложена. То есть внутренности я уже доделаю самостоятельно, чтобы не тратить время. Для меня сейчас другая цель. Мы сегодня изучаем имитацию. А Татьяна говорит, а на вкус змея, как курица. Вот, пожалуйста. Ой, не пробовала. Не пробовала. Это, наверное, где-то в далеких лягушку странах. Пробовала. Лягушка, да, тоже похожа на курицу. Как-то в ресторанчике нас угостили лягушечкой. Так, мимо шли, зашли, а там лягушка. Да. Вот какие-то у нас такие кровожадные темы пошли. Не говори, а потому что мы затронули тему змеи. Ребята, это не змея, это имитация змеи. Мы не будем трогать бедных животных. До чего мы и делаем имитации, да? Да. Мы не будем трогать животных, мы сымитируем кожу. Поэтому все крокодилы живы и целы, я вас уверяю, так же, как и змеи. Огненный дракон, Екатерина говорит. Вот, пожалуйста. Вот, имитация огненного дракона, точно. У нас петух огненный в этом году. Пусть это будет хвост петуха такой красный. Так, значит, моя задача сейчас все прокрасить и высушить, потому что мне надо сейчас будет перевернуть и прокрасить донышко. Хотела я от этой работы отлынить и якобы прокрасить потом отдельно уже в студии, вам не показывая, но поняла, что тогда у меня не получится. Мне хочется сделать именно хотя бы внешнюю часть завершенной полностью. Давай просушим. Пока мне тут Наташа помогала сушить, я донышко тоже покрасила, чтобы не занимать ваше время. И теперь опять-таки попрошу помощь Наташи. Она вот этот вот бордюрчик, видите, вот этот верхний бордюрчик и нижний бордюрчик, вот эту нижнюю подставочку, покрасит в коричневый цвет. Угу. Вот. А пока Наташа будет мне помогать и красить, я хочу показать вам новую обучающую программу. Вот мне хотелось в Новый год начать именно с новой обучающей программы. Мы каждый раз пытаемся что-то новое вам представить, и, естественно, каждый раз что-то такое, чего еще не было. И моя новая
покажи мне. Да, вот моя новая работа, где... Сейчас покажу. Сейчас, Наташа, покажу, где красить. Угу, покажи. Ага, забери тебе. Вот-вот. А тебе надо, наверное, потом еще кисточку да? взять. Давай. Тебе неудобно будет пользоваться. Да, вот это, наверное, попробуй. Угу. Значит, смотри, сейчас я покажу. Значит, смотри, вот этот бордюрчик аккуратно прокрашиваем. Угу. Вот таким образом, да? Только сильно не залазь на этот. Вот, угу. Вот таким образом, да? Так. Поняла. И еще. И вот этот и нижний ниже. Бордюр, ага. Бордюрчик вместе с ножками. Хорошо. Все, то есть вот такое задание тебе. Угу. И вот эту планочку. Угу. Все. Хорошо. Все, пока Наташа мне помогает красить в коричневый цвет бордюрчики и планочку, на которой мы будем делать имитацию, я обещала вам... Ага, чуть-чуть так в сторону, чтобы... Я обещала вам показать свою новую работу. Итак, новая обучающая программа. Мастер-класс по имитации деревянной резьбы. Вот опять-таки имитация, да, никуда вы от нее не денетесь. Все равно вы к ней в результате приходите. Конечно, здесь имитация посложнее, но это на первый взгляд кажется, ну как это сделать, да откуда это взять. У меня много работ и много мастер-классов вот с такими накладными элементами. Но понятное дело, что нет смысла повторять один и тот же мастер-класс только в разных там... тонах, да? Поэтому в каждом мастер-классе я даю рецепт какого-то нового материала для создания вот таких вот рельефных объемов. Здесь тоже еще один, ну, наверное, самый простой и самый доступный материал, с помощью которого мы делаем вот такие элементы. Обратите внимание, что поверхность у нас цилиндрическая. Я вообще в последнее время полюбила работать со сложными поверхностями. Это сферические какие-то шары, это цилиндрические, это волнообразные. И вот тут столкнулась с тем, что иногда нужны будут элементы, которые принимают ту форму, которая вам нужна, которые гибкие. И вот из чего их сделать? У меня были такие два мастер-класса. Это эсмеральда, да, мы делали из одного материала. Потом я сделала обучающую программу по бутылке комплимент. Другой материал мы там применили. Здесь, ну, здесь неожиданно открылся еще третий материал, самый простой и самый доступный. Это строительный материал, да, тоже все это со строительного магазина. Итак, значит, смотрите. Девчонки пишут, классная штука, чудесная красота, Галя. Спасибо, девочки, мне самой очень нравится, потому что я работаю в таком стиле, очень люблю. Вы знаете, что стиль кантри или там какой-то винтажный стиль, я вообще их обожаю, шибишики всякие обожаю. Вот. Но я еще хотела показать, что когда я работала с гибкими элементами на предыдущих обучающих программах, да, я показывала имитацию металла. Но в конце концов, когда-то металл показала одним способом, вторым, третьим, пятым. Ну, в общем-то, хочется чего-то уже нового. И на этих элементах я показала имитацию деревянной резьбы. И я считаю, что мне это удалось, потому что это действительно напоминает деревянную резьбу. И все не так сложно, как вам кажется на первый взгляд. Но понятное дело, что это специальные формы, которые мы делаем самостоятельно, силиконовые молды. И поэтому к данному мастер-классу бонусом, так называемым подарком, будет идти 20-минутный ролик по созданию вот этих самых силиконовых форм. Потому что многие сталкиваются с тем, что либо не могут их купить, да, либо покупают они не того качества, какой им нужен. Кстати, хочу оговориться, потому что ко мне стало поступать много сообщений о том, что, допустим, приобрели мастер-класс и поняли, что там надо пользоваться силиконовым молдом. Покупают силиконовый молд, а у них не получается. Почему? Объясняю. Дело в том, что силикон, оказывается, бывает тоже, видимо, разного качества. И есть силиконовые молды для скрабукинга, а есть кондитерские. Так вот, я рекомендую пользоваться кондитерскими. Они дороже. Скраббукинговые раза в три дешевле. Но они не всегда подходят под тот материал, который я вам предлагаю. Если же для вас нет возможности приобрести кондитерский молд, потому что это действительно дорого, ну действительно, там и 300 рублей бывает, он стоит там 250, а бывает и по 600, если какие-то интересные такие формы. Вот для этого и нужно научиться самостоятельно делать из подручных материалов. Это силиконовый герметик будет, да, это будет крахмал обыкновенный, кукурузный или картофельный. Вы наверняка слышали о том, что такие силиконовые формы делать можно самим. Вот, но слышали, но, может быть, как-то не решались браться за это. Поэтому мы и сделали такой вот подарочек к данному мастер-классу. Этот же ролик у нас, как сказать, представляется, ну как...
В общем, этот ролик научит вас, я думаю, я там подробно объяснила, да? Да, научит вас делать это в домашних условиях, делать это быстро, и там же показано, как и какие материалы можно использовать для отлива. Угу. Вот. И уже этими молотами пользуемся, и здесь я уже показываю гибкие отливочки, да? Вот. Итак, значит, что у нас здесь в данной обучающей программе? Во-первых, это салфетка, но салфетка-то салфеткой. Ее-то не хватило на всю окружность. Мы-то ее как-то доставляли, да? Вот мы сделали вставки, но вот теперь попробуйте посмотреть и угадать, где эти вставки были сделаны. Хотя у нас здесь тоже и рвалась салфетка, помнишь, да, Наташа? Да. Мы где-то ее тут рвали, потом что-то нечаянно. Я сейчас сама не могу найти, где мы делали вставку. Вот сейчас кручу, верчу, не могу найти. Значит, хорошо сделала вставку. Вот. Ну, опять-таки, мы показываем, как это делается, потому что с этим сталкивались многие, да? Салфетка есть, а ее не хватает на всю работу. Как с этим работать? Далее. Значит, имитация деревянной резьбы, понятно. Патинирование. Тоже понятно. И вот здесь патинирование тоже делалось не моим любимым привычным методом кузбасс-лаком и не моей любимой патиной. О, помнишь, да, мы с тобой не патина. Да, то есть мы делали... Новый способ, да, ну, что тут скрывать, это была обыкновенная краска. Но как это сделать, да, чтобы краска именно легла так, как нам надо, чтобы она имела нужную консистенцию, как, чем ее разбавлять, и как ее наносить, и как потом ее вот здесь вот протирать. Итак, мы получили настоящее дерево. Вот такая у меня заготовочка интересная. Ну, заготовка у вас может быть любая другая, да? Вы же понимаете, что не обязательно прям вот эту заготовочку вам где-то искать. Любую заготовку, ну, можете квадратную взять, да, вам не нужно будет делать гибких элементов. Зато научитесь прокрашивать под деревом. Итак, Наташа... Сушим. Да, давай подсушим. Наташа мне тут все сделала. Вот, отлично. Значит, смотрите, сейчас я покажу. Что получилось у Наташи? Аккуратно, заодно не прокрашено. Ага, да, можно я вот так? Да, покажу? Наташа покажет. Да? Смотрите, мы сделали заготовочку, сделали на ней трафарет, прокрасили в красный цвет всю заготовку и в коричневый цвет прокрасили бортики верхний, нижний и прокрасили планочку, на которой будет имитация металла. Сейчас Наташа, я сейчас попрошу Наташу, то есть Наташа мне помогает, посушит, но для того, чтобы наше время с вами не тратилось зря, я, наверное, поработаю вот с этими материалами и покажу, что мы будем дальше делать вот на этой заготовке. Угу. И вы посмотрите, как будут меняться краски. Значит, смотрите, сейчас будет работа грязная. Вот кто уже смотрел, может быть, мои мастер-классы, где я работала кузбасс-лаком, тот понимает, что надо приготовить фартучек, когда вы работаете кузбасс-лаком. Возможно, открыть окна. А если у вас аллергия, то давайте искать заменители. Тогда надо пользоваться водной патиной. Процесс будет тот же самый по шагам, как и с кузбасс-лаком или битумом, но с водной патиной... Чуть-чуть будет эффект другой, но я считаю, что здоровье дороже, и если вы не можете пользоваться какими-то не очень приятно пахнущими материалами, это учитывайте, потому что действительно кузбасс-лак и битум пахнут довольно сильно, и открывайте окна. Я нормально их переношу, окошки я открываю. Вот, если есть возможность, работайте во дворе собственного дома, обязательно имейте фарточек и обязательно имейте перчаточки. Вот я фарточек не взяла, буду работать, стараться аккуратно. Значит, что такое кузбасс-лак? И почему именно кузбасс-лак? Опять-таки потому, чтобы упростить вашу работу. Этот кузбасс-лак, вот эта бутылочка на пол-литра, она стоит 55 рублей. Я покупаю ее тоже в хозяйственных отделах. Они есть в любых магазинах, даже в самых маленьких городах. Я думаю, даже в каком-то селе вы сможете найти именно кузбасс-лак. Возможно, у вас нет магазина творческих материалов, да, и вы не можете купить битум, который, собственно говоря, предлагается для творческих работ. Да он и дорогой, он порядка там 200 рублей стаканчик битума, если не меньше. А здесь вот такая полулитровая бутылка, которая вам хватит на несколько лет, вот этот кузбасс-лак. Значит, на что я хочу обратить ваше внимание? То есть, опять-таки, материал строительный, очень доступный, и очень дешевый. Но обращаю ваше внимание, что у кузбасс-лака есть различные номера. В данном случае обязательно ищите БТ-577, потому что мы как-то не знаючи в студии где-то пару лет назад купили тоже кузбасс-лак, да и кузбасс-лак, да, да какая разница. Вот. И когда стали им пользоваться, смотрим, что-то не то. Ну почему он не такой? Почему он не так себя ведет? А потом, когда досмотрелись, были цифры другие. Поэтому сейчас вот мы используем БТ-577.
577. Это так называемый битумный лак или кузбасс-лак. Строительный, дешевый, продается в хозяйственных каких-то отдельчиках, строительных отдельчиках и вполне доступный. Для того, чтобы мне удобно было им пользоваться, я перелила кузбасс-лак вот в такую стеклянную баночку. Обязательно, когда пользуетесь кузбасс-лаком, наливайте либо в стеклянную баночку, либо возьмите какую-то жестяную консервную баночку, но только не наливайте ни в коем случае вот в такие пластиковые тарелочки. Ни в коем случае, потому что кузбасс-лак разъедает пластик, вот такой тонкий пластик, как тарелки одноразовые, разъедает, и у вас будет испорчено все. И стол, и мебель, и, в общем, я с этим уже сталкивалась на заре своей творческой юности, поэтому знаю, о чем говорю. Итак, здесь у меня налит вот этот кузбасс-лак. Угу. А восковая патина не пойдет, вот Татьяна спрашивает, чем можно заменить кузбасс-лак? Можно, можно, можно. То есть любой патиной, которая у вас есть, вы можете взять водную патину, восковую патину. Чуть-чуть будет другой эффект, ну сразу говорю, да? Я сейчас покажу тот эффект, который у кузбасс-лака. Все-таки восковая патина не каждому доступна, не каждый ее купит. А кузбасс-лак... может купить каждый. Это совершенно доступный материал. Да. Да, и, в общем-то... Битумный лак не подойдет? Конечно, или... подойдет. Собственно говоря, битумный лак и кузбасс-лак – это практически одно и то же. Угу. У них совершенно одинаковые действия. Кстати, что я хочу сказать. Я пробовала покупать битумный лак творческий в магазине, да, который стоит там 200 с чем-то рублей за 100 миллилитров. Пахнет точно так же. Эффект тот же самый. Ну, может быть, высыхает чуть быстрее. Но я уже научилась высушивать кузбасс-лак, поэтому знаю, о чем говорю. Так, у нас сушится, да, та работа? Сушится та работа. Вот, поэтому, чтобы не терять времени, я хочу вам показать, что мы будем дальше делать на нашей шкатулке. Но чтобы нам было все-таки интересно работать с тем, что у нас есть, да, я хотела бы проявить, опять-таки, имитация, но имитация кирпича. Поэтому я специально покрасила вот в такой терракотовый цвет. Довольно светлый, да, все-таки кирпич у нас бывает потемнее, может быть, как-то покраснее, хотя он бывает разного цвета. Оранжевого, кстати, тоже бывает, и белого бывает, это не важно. Но сейчас такие цвета кирпичи. Обратите хочешь. Внимание, что я вот и на шкатулочке, на купюрнице тоже взяла довольно яркий цвет, да? И я взяла здесь довольно яркий цвет. Я знаю, почему я беру яркие цвета. Потому что сейчас при работе кузбасс-лаком мы этот цвет практически спрячем за кузбасс-лаком, и он поменяет свой цвет, станет более темным, более теплым и более естественным. Итак, вы помните, что здесь я делала трафарет-кирпичики, да? Той же самой шпаклевкой строительной. И высушу шпаклевку, замыла ее, покрасила в нужный мне цвет. И обязательно, вот не забывайте этот этап, обязательно покраски лакируем. Хорошо, плотненько залакировали. Ну, при этом, конечно, учитывайте, что вы не сильно забиваете этот рельеф, потому что не просто заливаете лаком, а хорошо промажьте, чтобы у вас было однородное плотное покрытие, но при этом довольно тонкое, чтобы не забивался рельеф. Итак, значит, смотрите, вот готово. Шкатулочка, она высохла. И сейчас я дам Наташе опять задание. Она эту шкатулочку мне покроет лаком. Угу. Лак можно брать, вот, кстати, любой. Вы можете... Ну, давай глянцевый возьмем. Давай глянцевый возьмем. У нас вроде как блеска должно быть, да? Вот. Сейчас мы возьмем глянцевый лак. Можно и матовый. Можно. Берем мягкую кисточку. Вот теперь синтетическая кисточка, мягенькая. И просто залакируем работу. Угу. Сейчас я покажу Наташе, как лакировать. Покажи мне, пожалуйста. Да, Наташа не знает, наверное, как лакировать. Конечно. Вот так, я забываю. Новый год приходит, и я забываю. Значит, смотрите, берем довольно много лака, да? Угу. И практически растираем его по поверхности. Растираем так, чтобы наши вот эти углубления в рельефы, он не сильно затекал, иначе мы просто можем сгладить рельеф, да? То есть... покрытие вот лака. Вот ты сейчас налила, он там по углублениях. То есть да. Нужно даже вот такой щеточкой, да, положить? Щетка не надо, хватит и вот этой кисточки. Ты просто вот в разные стороны будешь вот так вот делать. В одну и в другую, в одну и в другую. То есть надо пролакировать все вместе вот с этими коричневыми бочками. Все, поняла. Да, поняла. Все. Просто лакирует у нас Наташа и все. Я думаю, лакировать вы все умеете, да? Плотненько, чтобы не было пробелов. Вот. А я покажу, что мы дальше будем делать с этой шкатулкой. Значит, смотрите, я уже обещала вам, что мы работаем
с заготовкой, на которой имитация кирпича. Кузбасс-лак я подготовила, перчаточки одела, фартука у меня нету. И берем... Вопрос, можно, а почему надо покрывать лаком? Вот ты говоришь, вот сейчас... Для того, чтобы кузбасс-лак не впитался в краску и не сделал работу слишком грязной. Вот представь, краска же, она все-таки какая-никакая, но пористость имеет, да? Под краской тоже ничего нет. Там у нас, собственно говоря, МДФ, да? Ну, ПВА, да, мы его как-то загрунтовали, но если мы сейчас смажем кузбасс-лак, а потом-то кузбасс-лак нам надо будет стирать салфеткой, но кузбасс-лак в чистую краску просто впитается так, что нам будет трудно убрать излишки. А когда мы залакировали поверхность, то у нас поверхность более гладкая, и по лаку мне легче и чище будет смывать вот этот кузбасс-лак. Итак, я заготовила много вот таких вот спонжиков. Это обыкновенные поролоновые губки для мытья посуды, может быть, какие-то, знаете, бывают такие пласты для, как матрасы бывают, ну, поролоновые, да? Ну, поролонка – это не проблема. Да. И обязательно держу под рукой вот такие текстильные салфетки, либо какие-то старенькие тряпочки, ну, может, у кого-то какие-то старые рубашечки, да, оставались, там, белье постельное, вот когда у меня уже приходит негодность, я никогда его не выкидываю, я рву на тряпочки, да, вот, а потом использую их в декупаже. Значит, смотрите, салфеток должно быть достаточно много, но я пока 3 приготовлю, может быть, 4 понадобится. Салфетки сухие, это тоже важно, не надо их мочить. Потому что иногда бывает такое, что посмотрев такой подобный мастер-класс, мне потом пишут, я кузбасс-лак стирала, стирала влажной салфеткой, оно никак. Ну, я же повторяю несколько раз, никаких влажных салфеток, только сухие. Ну что ж, приступаем. Я беру поролоновую губку. Вот с этой стороны у меня еще не обработано, поэтому я буду работать поаккуратнее, а потом сюда, может быть, картиночку какую-то наклею. Я поролоновой губкой сейчас макну в кузбасс-лак, и очень плотно кузбасс-лаком покрываю поверхность. Видите? Очень плотненько. Прям, да. Прям черные. Да. И вот этот, да, вот этот процесс, конечно, многих пугает. Особенно, когда вот какой-то живой мастер-класс, они просто приходят в шоковое состояние, в онемение. Ну, и говорят, зачем? Да, их приходится потом успокаивать, конечно. Вот, значит, смотрите. Я здесь стараюсь аккуратней. Видите, какое плотное покрытие? И теперь мы не будем ждать, когда кузбасс-лак высохнет. Ну, минутка может быть, да? Ну, может быть, минуточка, больше не надо. Сейчас я проверю, как у меня он будет работать. Так что, Леночка Якимова, ты видишь, что я вытворяю с твоей заготовочкой? Так, все очень плотно покрыло. Убираем губку подальше, закрываем битумный лак, потому что, не дай бог, заденете, перевернете. То есть вот пока я тут говорю, пока закрываю баночки, ну, проходит какая-то минуточка. Я беру сухую тряпочку и сухой тряпкой, сейчас я попробую с краешку, не слишком ли рано. Нормально. И сухой тряпкой начинаю стирать излишки. Видите, что получается? Я стираю излишки. Кузбасс-лак у меня задерживается только в углублениях, да? Вот как-то так это у меня выглядит. И мы получаем настоящую кирпичную стену. Но для того, чтобы она выглядела более естественно, я потом сейчас еще один шажок сделаю и вам покажу. Хотя мне уже и так нравится, она уже и так смотрится кирпичной, знаете, как в каком-то подвале, да? Ага. Вот. Такая страшная. Страшная кирпичная. Но вот кому нужно кирпичную стену, тот пускай делает страшную кирпичную стену. Но я сделаю чуть-чуть понежнее эту стену. Значит, смотрите, вот здесь я начинаю уже стереть с большим усилием, потому что уже высыхает кузбасс-лак. И вот вдруг у вас произошла такая история, что вы, ну, может, поверхность большая, да, может, вы еще не так уверенно работаете с кузбасс-лаком, и у вас, ну как, прошло какое-то время, кузбасс-лак высох, и вы дальше не знаете, кстати, я здесь не докрасила, и вы дальше не знаете, что с этим делать. Ну вот как убрать излишки, которые уже прямо вот, ну, впитались, да, все. Вот сильно черные. Да. Хочется посветлее. Значит, для этого вот проще всего смывать вот такие вот излишки кузбасс-лака, вот если все уже сухой салфетки вам не хватает, не надо ее мочить, то есть мы другой способ возьмем. Возьмите обыкновенный прозрачный воск. Конечно, у вас может быть какие-то специальные воски творческие, вот это прозрачный либо бесцветный воск, да, но он довольно дорогой, это творческий воск,
И, конечно, на такие вещи, как стирать излишки битума или кузбасслака, мне просто жалко его тратить. Я привезла только лишь бы показать, тут даже вот подписка, потому что мы покупаем, и каждый потом подписывает, не дай бог, кто-то влезет в мою баночку, она довольно дорогая. Вот. И для того, чтобы заменить этот воск, я беру обыкновенный обувной воск. Вот эта баночка, если даже видно, тут вот цена есть. Девчонки пишут, красотища, получился прям натуральный кирпич. Елена говорит, класс. Оля говорит, супер, всем нравится кирпич. Но он еще не закончен, но что я хочу сказать, да, что всего два шага. Покрасили, залакировали и третий шаг битумом, да, нанесли и стерли. И вы уже получили имитацию кирпича. Хотя сейчас я сделаю еще четвертый шажок, очень простой. Но сейчас пока наша задача смыть вот эти вот излишки. Итак, берите обыкновенный обувной воск. Единственное, что я вас попрошу, это обращать внимание на состав. Потому что в некоторых восках в составе бывают, ну, какие-то химические такие вот производные, и нет, собственно говоря, пчелиного воска. А вот если вы смотрите, а в составе есть натуральный пчелиный воск, и еще обратите внимание на то, чтобы не было вазелина, потому что слишком жирное будет. Не будет так хорошо впитываться, будет все время блестеть и давать жирность на поверхности. Итак, вот эта баночка стоит 40 рублей. Хватает ее надолго. Вот я им уже пользовалась, у меня этих баночек, вот я тут купила, одна уже заканчивается, я тут же вторую взяла. Вот. Фирмы могут быть разные. Не обязательно искать эффектон, но только обязательно ищите. Воск для обуви не крем. Бывает там два в одном, крем с воском. Нет, девочки, только воск. Вот тут так явно и написано. Воск. Читается? Говорят, можно любым растительным маслом смывать, Елена вот говорит. Пробовала? Растительным маслом? Ну, жир тоже, да. Можно, можно, да. Но мне воском больше нравится как-то, эстетичнее. Ну да, потому что воск, собственно говоря, даже иногда является финишным покрытием вместо лака. И мне нравится этот этикет. Да. И еще, это мой опыт, и, возможно, сейчас я вам расскажу, и кому-то это пригодится. Может быть, я неправильно им пользовалась этим маслом. Может быть, потому что это было буквально в первый год, как я только пришла к декупажу. Угу. И я тоже что-то там затирала, тоже... Я делала, первый раз пробовала кракелюр на досочке, на кухонной, и тоже затерла его битумом, чтобы вот эти трещинки затереть. А потом, когда убирала, я взяла растительное масло. И растительным маслом убирала излишки этого воска. Все убралось, все было здорово, все было красиво. Вот, я там что-то залакировала, все, доска какое-то время постояла. Проходит какое-то время, ну, может быть, месяца 3-4, и я заметила, ну, я говорю, я, может быть, что-то неправильно делала. Потому что, я говорю, это был первый год, и были первые мои опыты, это было очень давно. И я заметила, что, вы знаешь, как пахнет прогорклое масло. И вот, видимо, масло-то от времени прогоркло, то ли я, может быть, плохо его залакировала, может быть, еще что-то. И пошел вот этот прогорклый запах от доски, который я ничем не могла убрать. Так мало того, так как, видимо, вот этот запах пошел, к нему стали вот это как шаш или моль. В общем, короеды, как их назвать. Привлеклась. Да, вот такой был у меня опыт. Ну, я не знаю, может быть, у вас как-то по-другому получается. Ну, это, я просто рассказала, а вдруг кто-то возьмет это на заметку и будет знать. Итак, смотрите. Итак, вопрос Евгения спрашивает, БТ или ПТ 570? БТ, битум. Б. Видите, даже созвучно, битум, БТ. Итак, значит, смотрите, я беру, опять-таки, сухую салфетку, беру воск дешевый обувной, 40 рублей такая баночка, может быть, у вас где-то в магазине найдется еще дешевле, я и по 30 видела. Значит, этот воск я беру на тряпочку, так, чтобы он не комочками был, а так, гладенько, равномерненько. И излишки воска, битума, я начинаю стирать воском. Вот видно, даже сейчас я тряпочку покажу. Вот видно даже, видите, все, он стирается как хорошо. И стираю там, где мне кажется, что у меня слишком много битума, излишки. Вот, видно, что светлеет, да? Моя задача сейчас вам показать, как избавляться от излишков. Вот, ну, уже совсем другое дело, да? Когда испачкался кусочек салфетки, я просто перехожу на более чистое место и повторяю весь процесс. Угу. Вот. Елена говорит, масляная краска. О, тоже вариант, кстати, с масляной краской сделать. Вот взять умбру. Можно. Умбруженную масляную краску можно сделать. Можно, тоже, да. Просто так получилось, что я давно не пользуюсь масляной краской, у меня их нет в обиходе. Хотя, как вариант, спасибо, что вы напомнили. И это действительно так. У кого есть масляные краски, вот вы слушаете, да. Можно купить, то есть они более, может, доступны. Да, вот посмотрите.
как уже по-чистому, по-другому смотрится, да? Угу. Ну, стена, которую попытались привести в порядок. Да, помыли хорошо. Значит, но я, конечно, как любитель все-таки более чего-то такого, как сказать, более достоверного, но, естественно, я сейчас возьму сухую кисть. Так, здесь у меня подойдет или нет? Я сухую кисть возьму. Возьму, есть? Ага, спасибо. А это можно убрать. Возьму краску акриловую какого-то светлого цвета, вот почти белая слоновая кость, да. Кстати, если вы хотите поиграть и сделать что-то более, еще более естественное, знаете, такой вот прям подвал-подвал, например, да, где хранятся вин или еще что-то, вы же можете взять... А, на винном коробе, конечно, на винном... То есть я показала вам просто то, что у меня есть заготовочка, да, какие-то винные короба, какие-то старые шкатулки, вот такие вот, знаешь, вот мощные, большие, крупные, где вот эти обваленные старые стены вы имитируете, да. Может быть, вы будете делать какой-то это кашпо для цветов большой, у кого свои сады там, да? Вы представьте, вы это сделаете в кирпиче. Может быть, какую-то, я не знаю, даже барельеф. Вот у нас Леночка Якимова делает барельеф, да, она цветы разные делает. А вы сделаете кирпичную стену. Вот. Значит, ну смотрите, что я хочу сказать. Берете светлую краску, но если вы хотите хорошо так поиграть патиной, да, вы же можете сухой кистью, вот сейчас, как я буду вам показывать, вы же можете взять вот эти цвета патины и тоже их сюда добавлять, да. Ну, просто заготовка маленькая, и если я сейчас буду пользоваться двумя-тремя цветами, ну, это будет грубовато. Но я вам просто рекомендую, если у вас какая-то большая заготовка, вот именно для кирпича, да, берите патины разных цветов. Вот у меня здесь вот такой цвет, как фисташечка такая, называется почему-то осина. Ну, тоже краски разные могут быть и могут иметь разные названия. Ваше дело просто смотреть на оттенок, да? И вот вы сухой кистью нанесли один цвет, потом другой цвет, 2-3 цвета можете наносить, какие вы хотите. Если вы имитируете металл, все то же самое. Вот представьте, я сделала бы другой трафарет, например, вот то, что я показывала первый, да, где такие вот как кованые элементы. Все то же самое. Трафарет. Покрасили, залакировали, прошлись Кузбасс-лаком. Не пачкать. Ничего, все нормально. Значит, руки мыли. Ага. Вот, значит, и, то есть, смотрите, шаги одни и те же. Но вот этими шагами вы можете имитировать металл, вы можете имитировать кирпич, вы можете имитировать какие-то кожи, да? Что там еще можно имитировать? Вот просто вот этим способом. Класс. Да. Девчонки говорят, красота бесподобная, новая накладочка, эффект получается бесподобный, Галя. Спрашивает, White Spirit будет сниматься? Кто, битум? Ну, видимо, будет, да. Будет, но я не очень люблю это делать. Во-первых, он сильно снимает, потому что он снимает даже излишки, да? Мягче все-таки воском. И еще дополнительно, извините, вонь. Вот. Значит, смотрите, я взяла вот эту белую краску, но не совсем белую, как слоновая кость такая, да? И что значит сухая кисть? Тоже многие это знают, но я все время повторяю, потому что очень люблю эту технику и часто ее применяю. То есть взяли и хорошо-хорошо жесткую сухую кисть, не влажную, сухую, отбиваете от излишков краски. Кстати, я не знаю, что прям на ходу вот это все идет. Я не думала, как это будет. Я кирпич там еще не придумывала. Я сегодня первый раз кирпич так имитирую, да? И начинаете... И начинаете... Да, надо поближе. И начинаете... Так, ну где так, чтобы видно было, да? Ага. Ну давайте здесь. И вот так вот привносите вот этот цвет. Видно? Да. Немножко видно, да? Вот. А теперь представьте, что если вы патинируете, допустим, какие-то голубоватыми оттенками, оттенком плесени, да? Насколько богаче будет выглядеть ваша стена? Пожалуйста, добавь. Что? Оттенок плесени. Добавить оттенок... А какой у тебя там, голубой есть? Ну, вот такой есть. Давай. Нет, сейчас посмотрю, если он не засох. Да. А, хорошая краска. Ну, давайте я это же возьму. Вот он. Добавь. Наташа требует добавить. Ну, конечно, я хочу, чтобы ты добавила, показала. А то ты рассказываешь, добавьте, пожалуйста. Хорошо. О-о-о. Вот это настоящий. Да. То есть вот где-то... Да. Вот голубоватый можете добавить оттенок. Это тоже будет очень красиво. О, вот это уже настоящая стена. Ну да, то есть вот такая, знаете, прямо вот сырая, подвальная. Да. Бутылки так можно делать из каких-то вот, допустим, ну, крупные бутылки. Да. То есть воссоздать некий такой старинный, ну, я не знаю, замок или что-то. Нет, не замок, а, знаешь, как на бутылке, как будто она лежала это в подвале. Можно, да? Это, и можно брать элемент стены, да, например. Ну, не обязательно стену, мы же говорим, что любой трафарет. Здесь можно, я переборщила, да? Извиняюсь. Можно любой трафарет, но просто я сейчас показываю стену. То же самое делаете, когда делаете с металлом. То же самое делаете.
сейчас хочется мне, знаете, что сделать? Вот теперь вот я в раш вошла, я люблю это делать, то я сейчас еще и голубого цвета могу добавить. Хотелось бы. Хотелось бы, посмотреть, да? Хотелось бы на это. Вот видите, я добавила немножко такого цвета. Угу. Сейчас добавлю немножко вот такого голубенького. О, какой красивый цвет. Кстати, для каждого цвета, вот тоже хорошо, хорошая такая получается информация, для каждого цвета берем чистую сухую кисть. Это обязательно. Это да? Обязательно, это обязательно. Начал перемешать цвета, у вас кисть забьется, это будет уже неинтересно. Я беру чистую, то есть ту кисточку я уже кинула в воду. Я беру чистую сухую кисть, жесткую, из щетины. Все то же самое, то есть где-то на тарелочке с краю. Отбила излишки, так, чтобы кисть моя была полусухая. И привношу вот этот голубоватый цвет. Кстати, хотела бы белый цвет в него добавить. Да, ну ладно, значит, какой есть голубой, такой есть. Сейчас белый отдельно добавлю. И вот добавляете, вы видите, да? Видно, насколько она, идет обогащение. Она такая интересная. Да, 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 да. Вот мне нравится, когда я работаю с патиной, да, ну, якобы с патиной, то есть когда я создаю эффект вот такой вот замшелости, стен там или металла, я использую именно два цвета. Голубой и вот цвет вот такой фисташки, да, который мы делали первым. Вопрос очень важный. Угу. Наталья задает, она говорит, а на воске акрил будет нормально держаться? Мы же сейчас... Прекрасно будет держаться. Я вас уверяю. Даже есть специальные техники, когда на воск накладываются краски. Угу. Да. Даже краски восковые существуют. Декапе, да. Конечно. Угу. То есть вот тут вы добавляете всех этих цветов там, где хотите, и столько, сколько хотите. И в завершении я обязательно, обязательно добавляю белый цвет. Угу. Просто обязательно. И сейчас я это тоже сделаю, чтобы у нас работа выглядела уже законченной. Да? Угу. Кисточку в воду, потому что для белого цвета я буду брать новую кисть. Ты сильно все кисти не пользуешься, у нас с тобой в шкатулках. На шкатулке этого не будет. А, то есть шкатулка чуть по-другому будет делаться. Все, я поняла, для шкатулки не надо. Потому что одно и то же делать. А набрез будет, девчонки волнуются. А надо, сейчас сделаем. Девчонки волнуются, прям волнуетесь, да? Они говорят, что без набреза сегодня совсем. Я очень люблю набрез, вы все это, конечно, знаете. И, конечно, я его добавлю. Может быть, не здесь, не при вас, но я это сделаю. Значит, и все. И белым цветом всегда как завершающий такой штришок. Что-то краски подсохли, да, по-моему? Краски подсохли немножко, поэтому я так вот чуть-чуть, как сказать, мне побольше. Мне кажется, она не белая. А я специально взяла слоновую кость. Видно, вот-вот, да. Видно, как можно проявлять, вот-вот. Вот он, этот эффект пошел. Вот он этот пошел. Вот всегда последний штрих, он самый важный. Обратите на это внимание. Я всегда тоже говорю, когда мы делаем работу, вот эти шаги нам не всегда могут нравиться. Они иногда даже могут быть страшными. И когда я начинаю хвалить, ой, как здорово получилось, люди не понимают, а что тут хвалить-то? Все так страшно. Но когда вот делаем вот этот последний штрих, все складывается в одну форму, в одну систему, и мы понимаем, получилось то, что надо. Ну вот я сейчас вижу, что ты меняешь направление кисти. Можно менять, только не в круговую, а перпендикулярно друг другу, сюда, сюда. То есть в одну сторону, в другую. То есть наискось ты не делаешь? Наискось я не делаю, потому что для меня важно что? Для меня важно кистью захватить рельеф. А рельеф у меня здесь, вы видите, вот он, выпуклый, и здесь. То есть я его цепляю за эти края и за боковые. Поняли? Угу. Дарья говорит, я бы надпись добавила, на стене прям просто. Можно! Из трех фук. Нет. Мир. Можно. И надпись. Миру мир. Красиво. Да. Стена вот. Получилась прям такая, можно сказать, явно на ней что-то писали, потом помыли ее, и немножко вот эти меловые краски как будто остались. Здесь знаешь, был Вася, вот, да? Дождь моет асфальт, где дети рисовали всякие рисунки. То есть вот тут вы можете дальше уже исхитряться как хотите. Ага, вы вот получили она. Какую-то стеночку, вы можете здесь и написать, и, может быть, что-то наклеить. В общем, да? Ты знаешь, скажу тебе, удобно подходит под телефон. Ну, конечно, как, да? Да. Прям стена под какой-нибудь кожаный интерьерчик, где диванчик, это вот, пожалуйста, поставил телефончик и смотришь.
вебинар, да? Да, но мы все-таки давайте перейдем к нашей шкатулке. Я просто показала, как можно работать в имитации, допустим, с другим трафаретом. Да, девчонки волнуются, где крокодил? Крокодил на месте. Все на месте, крокодил на месте. Значит, смотрите, я еще раз повторюсь, что внутри я это сделаю уже в студии отдельно, не будем заморачиваться на этом, да? Сейчас продолжаем работать с крокодилом. Что мы делаем? Мы все делаем то же самое, что делаем на кирпичной стене. Берем кузбасслаг, подготавливаем салфеточки сухие. Значит, Ирина нам прислала с тобой стихотворение. Ирина, которая вчера выиграла браслет. Вчера выиграла браслет, точно. Я думаю, что это знакомая Ирина. Ну, это же, да. Как рептилий сохранить, но шкатулку сотворить, знает имитатор чуда наша галочка-вакула. И стена кирпичная винного подвала для смартфона нашего. Браво-браво, Гала. Здорово, Ирина. Спасибо, здорово, Ирочка, здорово. Спасибо. Так приятно вообще вот эти все стишочки читать, потому что, ну, еще раз, да, вот всегда, то есть это еще один вид творчества, да, на который, в общем-то, вдохновляемся мы все, когда что-то сотворяем, что-то пытаемся сделать своими руками, вот еще и... Да, даже Ольга написала, нет, это стены домов в Питере, да вы что, вот такие в Питере стены, да не может быть. Там, по-моему, все очень красиво. Я помню, что там старые дома. Королевские усадьбы, все очень, очень красиво. Ты была не в том Питере, Наташа. Так. Любовь у нас спрашивает, ну скажите все-таки, как будет держаться на воске акрил? Да хорошо, я сказала, будет держаться. Любовь, будет все хорошо, не волнуйтесь. Я говорила, хорошо будет держаться, да? Мы на этот вопрос уже ответили, есть специальные техники, я повторюсь, что именно на воск наносятся акриловые краски. Значит, смотрите, опять-таки, посмотрите, что мы натворили с нашей шкатулкой. Убираем излишки, и какой красивый брутальный цвет, вот поближе можно показать? Конечно. И какой красивый брутальный цвет такой получается, вот именно коричнево-красный, такой, даже не коричнево-красный, а как бордовый, да? Такой красивый, гламурный крокодил. Ну, не, такое... это не крокодил. Да, крокодил, я тебе говорю. Крокодил. Это вот прям хребет крокодила. Я бы, если прям крокодил. Если, да? Сейчас найти фотографию, то прям вот крокодильчик. Вообще супер. Так, сейчас я вот здесь все. Супер. Ага, вот у меня уже высохло. Я сейчас буду стирать все это воском, но излишки... сотру. Донышко черное тоже. Я там еще не мазала, поэтому, ну, специально, потому что невозможно. И как раз видно разницу, кстати. Хорошо, что намазала. Да. Вот можно, мы будем показывать. То есть я дно буду делать отдельно, со мной его буду замазывать. Сейчас просто представьте, если бы у меня все было измазано. А посмотри теперь, вот как бы, ну мы еще, ладно, вот на эту сторону, а теперь обратную. Ну да, вот видно. Она красная. Вот. Сейчас я убираю то, что у меня есть, поменяю перчатки, потому что они уже начинают пачкать работу. Да, Наташа говорит нам, дорого смотрится. Я тоже согласна, очень еще, дорого. Еще пока никак не смотрится, еще не сделали. Еще не смотрится? Еще никак, да. Теперь мы берем воск. Дно я буду делать отдельно, потому что сами понимаете, что невозможно все это сделать чисто, прямо вот одновременно. Вообще, по идее, надо было работать отдельно с крышкой, отдельно с боками. Да. Потому что, видите, бока-то у меня уже высохли, но сейчас буду пользоваться воском. Я знала, что так будет, поэтому его и принесла. Ну вот девчонки спрашивают, чем на финише покрывать? Вот, готово? Сейчас я расскажу. Сейчас дойдем, девчонки. Расскажу и покажу. Все секреты будут раскрыты. Девчонки. Я принесла то, чем мы будем покрывать. Покрывать мы этим не будем, я просто покажу и расскажу. Потому что этот вопрос часто встает. А как покрывать лаком, битум или кузбасслаг, да? И вот эту... И патину, которую мы наносим сухой кистью. Так, ой, я не то взяла. А не то, нормально. Евгений Шалин появился. Евгений, здравствуйте. Евгений, добрый вечер. Давно вас не видели. А он в Эстонии был, то в Финляндии, то в Эстонии. Да, Евген? Так, пошла зачистка крокодила, приведение его в более, скажем так, ну, как бы его надо показать людям. Не то, что он где-то у нас там где-то спрятан. Вот. А надо вывести в люди, поэтому мы его натираем. Но для меня сейчас важно даже не здесь вычистить, а бочка. Угу. Потому что здесь мы еще будем работать.
Какой цвет? Сказка. Сказка, просто. Еще прошу вас учитывать то, что на камере немножко другой, он как в оранжевинку уходит, да? Когда вот мы здесь смотрим, он бордовый получается. Мы сейчас попробуем подрегулировать. Ну, с камерой всегда так. Вы уже, наверное, не первый раз столкнулись, да? На камере. Что говорим одно, один цвет, а потом, а цвет-то другой получается на камере. Так, вы поняли, что я делаю, да? Я вот этот застывший Кузбасс лак просто стираю воском. Не забывайте, что у меня на вот этой фасадной части есть планочка, которую, помните, мы накладывали? Такая планочка, которую мы будем делать металлической. Да. Поэтому я ее никак уже не сотру и не собираюсь этого делать. Я специально оставляю ее темной. Вот она будет. Мы ее коричневой даже могли не красить. Нет, там Кузбасс лак так бы не закрасил. А, да? То, нет. То есть все так, как надо, так мы и сделаем. Вот, видите, как мы проявляем, да? Да. Так, меняем. Гламур. Да. Гламур тоже. Гламур, точно. Вот, если есть какие-то вопросы, задавайте по ходу действия. Вот здесь я, помните, говорила, что на бочку тоже хорошо бы сделать какую-то планочку, как вставочку, да? Да. Как мы здесь сделали, так и на бочке. Да, говорила ты так. Ну, говорила я, да? Не говорила, был такой разговор. Так. И обратите внимание, что, в общем-то, не так много времени на все это уходит, да? Практически, ну что, ну, 2 часа работаем. И за эти 2 часа мы сделали такую красивую шкатулку, купюрницу для денег, не знаю, под этот, как его... Ожерелье. Ожерелье, да нет, ну что ты, под ручку какую-нибудь. Ну да, наверное, это серьезнее. Такой, знаешь, как на столе, ручки, визитки. Вообще варианты мужской и женский, да? Да. Это деньги, ручки, визитки, документы. Да, можно кошелек себе такой, ну, но кошелек это там оно мягкое, немножко надо продумывать по-другому, когда все будет держаться. Наверное, да, там просто на коже совсем немножко по-другому будет это выглядеть, другие материалы используются. Так, значит, смотрите, я убрала излишки, но сейчас попробую, мне хочется как бы обогатить вот тенями краешки. Я всегда... Очень красивый цвет. Да, знаешь, цвет очень хороший. Обалденно. Цвет очень хороший. Кстати, значит, смотрите, вот эта вот коричневая планочка, которая у меня вот как бордюрчик сверху и бордюрчик снизу, он тоже будет обыгрываться. Я же не зря принесла золотой воск. Тут же еще золото будет. Представьте, бордо и золото. Вообще бомба. А я думала, это, собственно, все. А ты еще золото хочешь? Нет, конечно. Значит, смотрите, видите, какая планочка впереди? Какая получилась шкатулочка? Классно. Значит, Людмила говорит, Галя, я пропустила планочку, выкрасили и лаком покрывали, вот планочку, видимо, вот эту вот. Или... Обязательно, то есть я покрасила всю шкатулку в красный цвет, планочку вот эту и вот эти бордюрчики покрасила в коричневый, и все это одновременно залакировала. Залакировано все было перед тем, как наносить Кузбасс лак. Перед Кузбасс лаком обязательно лакируем. Но я сейчас хочу сделать еще один для пробы, не понравится, уберем. Но попробовать я должна. Я хочу чуть-чуть вот так вот как бы затенить. Ну-ка, поближе я сейчас подойду. Мне нравится. Мне тоже нравится. Когда краешек растушеванный такой. Да, 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 да. Вот уголочки просто больше проявить вот таким образом, да? Ага, красиво, да. Мне нравится, как получается. Здесь я лякала чуть больше, но для этого у меня всегда под рукой воск. И если вдруг где-то я сделала не так, раз, излишки вытерну. Такая как обожженная. Да, 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 да. То есть придать некую такую рамочку, да. Это делает работу более винтажной, более старинной, да. Обратили внимание? Чуть-чуть уголочки вот так вот состарила, все. Прям и ткани, вот, уже совсем по-другому смотрится. Дорожает. Да, да. Теперь представь еще золотой воск на всем этом. Ну, красиво получается, здорово. Да, и ты знаешь, вот это все нюансы вот именно в этих деталях. Вот смотри, если просто наносить вот этот трафарет на всю шкатулку, не то. Не то. Вот я сейчас смотрю,
каждый нюанс имеет значение. То есть вот именно что ты сделала рамочку, да? Что но именно... ведь гораздо интереснее смотрится с уголочками и рамочкой. Ну, гораздо интереснее, да, согласитесь? Конечно. Чем... это чем наносят, да? Сейчас вопрос вот это чем? Тем же самым кузбасс-лаком. То есть, видите, вот та же самая губка, только я ее отбила от излишков, просто отбила от излишков, чтобы она была не такая мокрая. И вот дополнительно как бы оттеняю по периметру всю работу. Уголочки. Видите, как все совсем по-другому уже смотрится. Вот. Вот здесь я могу уголочки так оттенить. Видите? Вот эти все детальки, да, вот эти все нюансики, они как бы создают вот этот законченный вид работы. Значит, вот, еще что я хочу сказать. Значит, я буду продолжать работать и говорить. Да. Значит, смотрите, я сейчас к донышку перейду, надо же его тоже делать. Значит, смотрите, кузбасс-лак, помимо того, что он у нас все-таки довольно сильно пахнет, да, и запах сохраняется довольно долго, он еще и долго сохнет, как бы остается липким. Mm-hmm. То есть я могу держать в руках работу, но некоторая липкость сохраняется долгое время, и день, и два, и три, и бывает и неделю, если не покрывать каким-то финишным. Да? Mm-hmm. Поэтому обязательно битумный лак мы потом лакируем. Так вот, если мы хорошо и правильно залакируем битумный лак, то, во-первых, идет как бы консервация вот этого битумного слоя, запах не пропускается через лак, запах практически уходит, его уже не чувствуется, плюс к этому уходит липкость, потому что она перекрыта слоем нормального акрилового лака. Угу. Наталья говорит, Галя, купила мастер-класс бочонок, фото и видео с камеры, большая разница, какая классная резьба на фото, просто отпад. Спасибо большое, Татьяна, обалдеть, уже мастер-класс пришел, Татьяне. Да, это здорово, это оперативно, ну да, мы тоже всегда обращаем внимание на то, что когда мы показываем в камеру, да, не совсем тот эффект, и не только мне об этом пишут, и Лёле, что, ой, мы вот получили, а иногда бывает, что даже вот работу, которую заказывают, да, ее заказывают по фотографии, нам нравится эта работа, вышлите, мы ее купим. Высылаешь работу, в ответ такая благодарность, ой, она вживую совсем по-другому, она же еще круче. Значит, смотрите, на донышке мы то же самое сделали. Так, не пачкаем. Не пачкаем. Обалденно, Елена говорит. На донышке то же самое. И точно так же мы на донышке можем, если хотим, убрать воском излишки. Угу. Я сейчас чуть-чуть подчищу. И точно так же по периметру мы пройдемся полусухой битумной губочкой. Поняли, да? Обалденный аксессуарчик. А теперь представьте, у вас такая подставка-журнальница, да, вот под на столе роскошно, стоит, да. Видите, я вычищаю, да? Такой мужской набор, обалденный просто. То есть поставить вот такая вот визитница, журнальница, какой-то для принадлежности ручек, карандашей, то есть это очень будет круто. Ну, может быть, мужской стиль не совсем красный, можно чуть-чуть в коричневинку дать его, да, более такой... Да в любой можно же зеленый, можно синий. Просто нам захотелось вот именно красный, чего-то такого яркого. Ну, дамочки, но, да. И опять-таки, вот красный мы все выбрали сами с вами вместе. Я была этому рада, потому что на красном лучше будет смотреться золотой воск. Да. То есть я не... Тогда я об этом не подумала, а сейчас я думаю, ну, действительно, как хорошо, что мы это сделали. Так, значит, смотрите, я еще раз одену перчаточки. Значит, когда мы работаем кузбасс-лаком, вот, допустим, вы это сделали, да, я еще раз повторюсь, кузбасс-лак продолжает липнуть. То есть я могу брать работу в руки, я могу как-то с ней продолжать работать дальше, но она еще липнет и пачкает руки, поэтому я продолжаю брать перчатки. Да, вот у меня руки, вот видите, пачкают. Если бы у вас есть возможность, допустим, все это сделать и оставить до завтра, завтра она тоже будет продолжать липнуть, но уже не так. Едва-едва, то есть там уже прям можно хорошо пользоваться. Вот, но я сейчас работаю в рамках 2-3 часов, поэтому мне надо все это сделать прямо тут походим. Прямо кожаная шкатулка, потрясающе, впрочем, так, как и всегда. По периметру, если хотите, добавляете, если хотите, можете не добавлять, потому что я здесь стирала таким образом, чтобы не стереть все, а именно оставить вот такой патинированный. Да. Значит, смотрите, и вот теперь... Вот теперь, ну да, надо было бы оставить и как бы дать возможность высохнуть лаку, да? Но я вынуждена продолжать работать, поэтому я буду продолжать работать прямо вот потому, что есть, но вы должны сделать так.
То есть вот вы сделали. И сейчас, перед тем, как продолжать работать дальше воском, воск, который я буду пользоваться, это воск уже финишный, он не требует покрытия. Я могла бы сейчас, я сейчас так и буду, я сейчас буду работать воском, потом покрывать лаком без вас. Почему? Каким лаком? Я сейчас покажу. Да. И почему без вас тоже расскажу. Дело в том, что, в принципе, хорошо бы покрыть лаком вот на этом этапе. То есть дать немножко впитаться кузбасс-лаку, просохнуть. И, еще раз сказала, запах долго сохраняется битумный, вот этот кузбасс-лака, битума. Вот. Чтобы этот запах законсервировать, я должна перекрыть его слоем акрилового лака. Я, конечно, могу взять обычный лак, да, я могу взять обычный лак акриловый и кисточкой его нанести. Но тут мне придется наносить несколько слоев, потому что это битумный лак, и есть такая немножко особенность, что может скатываться как чуть-чуть капельками, то есть несколько слоев надо нанести, он как жирноватый чуть-чуть. А, то есть как жир с водой. Да. Причем не сильно, вполне можно покрыть, вполне, это нормально, то есть этого можно добиться, и я часто так и делаю, особенно когда гладкая поверхность, да, например, шкатулка просто гладенькая, я покрываю кисточкой и лаком, но так как у меня все-таки рельеф есть, да, и я не хочу его забивать излишками лака, вот тут я рекомендую пользоваться аэрозольными лаками. Не пугайтесь, пожалуйста, слова аэрозольными. Аэрозольный лак, потому что вы сразу думаете, где же мне его взять, сейчас я побегу в Леонардо или в какой-то творческий магазин, а ему цена 400, 500, 600, а то и 800 рублей за баллон. Нет, я не пользуюсь такими лаками, они хорошие, они лучше, но они действительно дорогие, и они у меня есть. И иногда на мастер-классах я позволяю себе, особенно по заказу, когда какую-то работу там делаю, да, я, конечно, показываю этот лак, иногда им пользуюсь, но... не дефицит, это не творческий лак, который, возможно, вы не сможете найти. Вот этот лак вы тоже найдете везде. И цена ему, вот, допустим, я покупала у себя в городе, 130 рублей. Но это же не на один раз. Вы же этим баллоном будете покрывать несколько работ. Поэтому я считаю, это вполне доступно. То есть я сегодня вам показала практически все строительные материалы дешевые. Шпаклевка, кузбасс-лак. И вот в автомобильном магазине, не в строительном, я взяла, вот, ой, что-то трясу, вы ничего не видите. Да, да. Уже было такое, что было замечание, чего там трясете, ничего не видно. Вот. Не трясите. Не трясите, да. Фирмы могут быть разные. У меня Босни, да? Так, стоп. Что случилось? Алена, нас видно? Все хорошо видно, да, было небольшое зависание, но уже вы отвисли, это буквально на пару секунд было такое. Поэтому народ пишет, ой, я пишу, что все уже в порядке, все нормально. Ага. Да. Хорошо, спасибо большое. Хорошо. Да. Значит, смотрите, фирмы могут быть разные. Вот у меня Босни, кто-то возьмет другой лак, потому что автомобильные лаки, они ведь тоже разных фирм бывают, да? Хочу тоже предупредить, автомобильные лаки пахнут тоже не особо приятно, особенно аэрозольные. Это вот акриловый лак, который вот строительный мы в баночках берем, он еще как-то нормально имеет запах. А вот то, что в аэрозолях, вот в аэрозолях. Даже творческие лаки имеют неприятные запахи. Но они быстро улетучиваются. Гораздо быстрее, чем запах кузбасс-лака. А давай сейчас покажем наш дефект, который случился. Вот это что ли? Шкатулка. А, да. давай покажем поближе. Вот вы видели с самого начала, пониже видно, вы видели с самого начала, когда у нас упала шкатулка и образовался дефект. Вот вы сейчас его видите. Вам представляете, вот на этой работе найти этот дефект, казалось это, бы, то, да? То есть пока я пальцем не показала, да. И по-своему это интересно, да. Как будто я специально так задумала, да? Вот о чем я говорю, никогда не бойтесь дефектов. Они всегда играют только на руку, они только придают, некоторую, так сказать, роскошность. Я бы сказала так, крокодил побывал в боях. Погрызли его, да. Вот, ну вот, вот так вот у нас. Запомнили, да? И поэтому я сейчас не могу покрыть аэрозоль, потому что мы находимся в квартире, и, конечно, вы понимаете, я не могу сейчас распылять. Это надо делать на улице. Когда я в домашних условиях, я просто выхожу на балкон, я живу на втором этаже, в многоквартирном доме, я выхожу на балкон, так слегка высовываюсь с балкона, быстренько пшикнула и тут же спряталась, чтобы никто не видел, что я засоряю атмосферу. Вот, значит, смотрите, поняли, да?
после Кузбасс-лака желательно сразу залакировать. Но так как я сейчас лакировать не могу, но я это сделаю обязательно завтра во дворе нашей студии. У нас студия во дворе находится. Вернее, как... Нет, студия студии, двор при студии есть. Uh-huh. Вот. Значит, я залакирую обязательно. Сейчас буду продолжать работать так, как есть. Uh-huh. Вот. А работать я сейчас буду продолжать с воском. Беру золотой воск. Если у вас нет золотого воска, потому что я тоже понимаю, что не каждый может его заиметь, тогда возьмите обыкновенную краску акриловую. Акриловая золотая краска металлик. Да. Вот, к сожалению, да. Я не взяла себе. У меня есть. Ну, ладно, значит, я покажу, как работать и краской металлик, да? Ну, хочешь, давай. Все, я тоже взяла, вот у меня золотой скипок, но я сначала хотела показать все-таки воск, да. А потом перейдем на... Давай. Да. Или сначала показать краску. Нет, давайте сначала краску покажу. Да. А матовый или глянцевый вот надо попрыскать, скажи. Вот как хотите, вот честно скажу, можете матовым, можете глянцевым. Вот тут какой эффект вы хотите добиться? А я бы сказала так, если будет золотая краска, то матовый ее приглушит. Вот если будет золотая краска, то только глянцем. Если же у вас золотой воск уже нанесен, тоже только глянцем. Но если вы лакируете пока без воска, можете лакировать матовым лаком, а потом, когда вы пройдетесь дополнительно воском, который не требует больше финишного покрытия, то, собственно говоря, у вас все будет выглядеть так, как надо. Угу. Так, что я хотела? Я хотела краску золотую. Угу. Эмаль металлик подойдет. Эмаль металлик. Вы знаете, я не очень люблю, да, она не такая укристая. Вот эмаль металлик, она не очень укристая. Угу. Просят лак вам показать еще раз. Вот я показываю, девочки, еще раз. Босния, автомобильный лак. Хотела добраться до тарелочки. Да, сейчас даю тебе. Есть еще тарелочка? Вот есть. Так, сейчас. Давай. Да, нормально, думала, перчатки помешают. Все, достала тарелочку. Давайте попробуем работать, как я уже обещала, сначала краской, да? Вот просто попробуем, что у нас получится. Значит, смотрите, немножко, вот у меня золото скифов, немножко темновато. Темновато. У тебя есть светлее? У меня есть более ярко. Сейчас, да, давай, более светлее. У меня просто другой светлый не было, да, оно закончилось. Сейчас мне... Оно красивое, но темноватое. Хорошая фирма у меня, вот золото скифов. Вот оно. Декола. Хотя ты знаешь, вот оно, да, и мне тоже кажется. А, у нее не декола. Так, кажется... у тебя то же самое. Да светлее... нет, смотри, как ярче. Нет? Тебе кажется? Нет, одинаковые. 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 Таир? Светлее нету? Нет, краски. Все, тогда работаем тем, что есть. Ну, что делать? Значит, смотрите, беру краску золотую, якобы. Но бывает более светлая, она будет интереснее смотреться. Ага, ну вот у меня воск только яркий. Есть. Да, воск у меня тоже, вот я принесла. Да, яркий воск. И воск у меня. Спрей лак акриловый? Нет. Акриловый? Вот этот акриловый? Акриловый, конечно. Акриловый, сейчас посмотрю. Не-не-не, вонючий сам акриловый. Акриловый эмаль спрей. Где? Да, вот, вот акриловая, да, акриловая. Акриловый эмаль спрей. Ну, да. Но бесцветная. Быстро сохнущего, да, акрила, аэрозольная краска для автомобиля. Да. Акриловая, именно акриловая. Мы пользуемся только акрилом. Я не люблю алкидные, бывают лаки, алкидные краски. Я их не беру. Эх, да, жалко, темновато. Ну ладно, я покажу принцип. У нас с тобой тоже темная работа, согласна? Я покажу принцип работы с краской, да? А дальше вы уже будете подбирать краску, которая у вас есть. Желательно посветлее, красивее будет смотреться. Бывает цвет сусальное золото, да, там бывает цвет геральдик. У меня скифское золото, оно более темное, такое приглушенное. Мне кажется, будет красиво, знаешь, просто здесь этот цвет один, а когда-то на изделие... Сейчас посмотрим. Значит, опять-таки беру спонжик, да? А вот Лена говорит, Якима, пользуюсь алкидным. Я же помню, что у нас не... Многие пользуются, я не люблю. Да. Я не люблю. Я просто говорю о том, какими материалами я пользуюсь. Многие пользуются, многие умеют. Допустим, опять-таки взять нас с Лёлей, да? Вот если Лёля пользуется только бетонным воском, а я не люблю пользоваться битумным воском. Я пользуюсь водной патиной, либо Кузбасс-лаком. То есть тут предпочтение самого того, кто делает. Итак, значит, смотрите. Отбила. Давай. До полусухого состояния. И вот давайте сделаем имитацию как раз металла. Самую простую. Вы помните, что мы сделали? Приоткрою. Вы помните, что мы сделали? Мы покрасили в коричневый цвет нашу планочку, да? Да. Залакировали. И теперь вот второй шаг, больше ничего не надо. Вот этой вот золотой красочкой
который у меня на спонжике. Вот так вот, легкими движениями, не видно, да? Да нет, видно будет, видно. Легкими движениями губкой мы проходимся. Не сильно прижимать. Если вы сильно прижмете губку, то у вас, как сказать, будут такие отпечатки. Для меня сейчас важно выявить рельеф. Вот, конечно, если присмотреться, он у меня выявляется. Сейчас я покажу поближе. Угу. Да. Елена спрашивает, эмаль заменяет краску или лак? Лак. Угу. Вот в данном случае лак. Да, лак. Сейчас я покажу вам поближе. О, видите, да? Да, вот, но если бы это было светлее, это было бы интереснее. Вы понимаете, да, меня, да? Видно, да, угу. Вот, да? Но мы воском можем сделать светлее. Ну, я сейчас, да, у меня воск посветлее, я просто покажу, как. Но я показала, можно. Я, да, то есть я показала, как можно работать краской, если у вас есть подходящая краска по цвету. И то же самое вы можете сделать вот с этими. Мы показали. Ну, я сейчас все равно просто покажу хотя бы один уголочек. Потому что она не видна. Надо показывать. Ну, почему? Я покажу. Вот сейчас вот очень даже видно. Ну, например, да? Ну, видно. Видно, да? Видно, на тему, вот. Да. Просто показываю. Ну, так как мне хочется все-таки воском поработать, он светлее, он здесь лучше подойдет. Да, он светлее. Да, не тот оттенок. Но вы понимаете, что можно работать и краской, если у вас нет воска. Да. Ну, красота какая. Мне нравится. Да, красота, Галя, это просто вообще. Ну, я еще и здесь покажу. Я просто покажу, чтобы вы видели, что это можно делать. Видите? Ну, можно же. Можно. Да. Но лучше всего, конечно, взяться так, Наташа, у нас с тобой одинаковые воски, поэтому я возьму свой, привычный. И вот теперь я беру воск. Воски мы каждый раз показываем разные. То у нас Тампери, вот как сейчас, да, то у нас ПБО. Вот. Но я вот специально сегодня не стала брать ПБО, потому что мы все его видели и мы часто им пользовались. Сегодня я взяла Тампери, она дешевле. В 5 раз. Это у тебя старая цена. Да? Да? Сейчас дороже? Сейчас она дороже нам. Ну, я покупала вот эту баночку 2 года назад. Два года назад, и вы представьте, полбанки еще на месте. Угу. Хотя пользуемся довольно активно. На пальчик я беру. Ну, кто как. Лёля пользуется салфеточкой, да? Мне проще пользоваться вот пальчиком. Я чувствую этот воск. То есть тут тоже, ну, нет какой-то, каких-то правил. То есть пользуйтесь так, как вам удобно. И теперь вот очень аккуратненько, таким вот тоненьким. Вы видите, да? Я наношу воск. Видишь, какая разница? Воск и краска. Есть разница, да. Конечно. Ну, воск. Что же сделаешь, да. Но я просто показала, что можно работать и так, и так. На уголочках чуть побольше можно. Хочется видите? Побольше. Да, 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 да. Прям хочется, да. Вот посмотрите, вот здесь у меня воск. А вот краска. А да? Здесь краска. Ну, да, краска у нас более как бы... Воск, видите, как он прям горит, да? Да. И краска. Она видна, но как-то, ну, темновато. Темновато, да. Ну, а... Воск, в этом его вся и прелесть. Вот говорят, можно воск заменить краской? Да вы поймите, воск – это горение. Это вот это прям натуральность, как практически поталь горит, да? Да, то есть можно, но все-таки это будет неполноценная замена. Но можно, можно, девчата, ну, можно. Я понимаю, что не каждый может купить воск, но сейчас в последнее время очень много мы его используем, и я рекомендую все-таки его иметь, и мы всегда рассказываем, как его приобрести, что это можно взять в интернете, и, в общем-то, небольшой коробочки, такой баночки хватает на несколько лет. Даже несмотря на цену, я считаю, что это выгодно. А если золотой эмалью покрыть? Ну, можно покрыть. Ну, опять-таки, эффект будет как у краски. Не такой, да. Он полупрозрачный, вот который спреи, именно золотые, они красивые, но здесь сложно спреем, как мы здесь пройдем, да? Имеется в виду, вот что тут? Да, да. Нет, эмаль, нет, здесь нет. Может быть, вы не поняли вопроса? А если золотой эмалью покрыть? Кого? 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 Ну, наверное, вот то, что мы сейчас делаем. Вот то, что мы сейчас делаем, золотой эмалью, нет, не пройдет номер. Галя остановила этот вариант, этот номер она остановила. Да ведь красиво будет, Светлана говорит. Красиво, конечно. Гляньте, какая прелесть получается. Воск все-таки делает финишную отделку. Кстати, вот по поводу воска, да, бывает такое, что вы вот только новичок и еще не умеете пользоваться воском, но вы его приобрели и хотите им попользоваться. И где-то у вас легло слишком много воска, да. Угу. Когда мало, ничего, мы добавляем. Но когда много, как от него избавиться? Вы сейчас не сотрете его салфеткой, он же не стирается салфеткой, ни сухой, ни мокрый. Опять-таки, так же, как и битум, излишки воска вы стираете прозрачным воском, можно обувным. Угу. Потому что я...
именно обувным пользуюсь для таких вот дел, которые, ну, такие, как сопутствующие. Стереть что-то, убрать, ну, жалко же пользоваться творчески дорогим воском. В общем, тут добавляете столько, сколько хотите, как хотите, вот просто, что называется, кто-то дорывается и так много делает воском. Я тоже люблю воском работать, он такой мягкий, приятный. Вот. Запах у него классный. Запах у него приятный, он с такими отдушками, вот именно творческий воск, да? Угу. Мне сейчас хочется просто отбить вот эту кантовочку. Все, я думаю, достаточно. А теперь давайте вернемся к нашей планочке, да, вот к этой металлической. Угу. И я попробую все-таки воском по ней пройтись, да, чтобы она больше... Да, ну она-то и так вроде под краской можно, но опять-таки краску берите светлее оттенком. Во! Ну-ка, покажи нам, покажи. Во. Вот подожди, не все закрашивай, покажи вот разницу сейчас. Вот видно, видите, в начале планки, вот она. Вот начало, оно пошло горение, видите, да? Да, и вон конец планки, вон с той стороны, где нет воска, видите, какой бледный. Классно, супер вообще. Ну да, вот, собственно говоря, мы практически закончили работу. Мне осталось только залакировать ее. Лакировать я буду, как я вам уже показала, автомобильным аэрозольным лаком эмалью, вот, бесцветным. Потому что бывают именно лаки, ну, раз это лак эмаль, но она бесцветная, то есть заменяет лак, заменяет финишное покрытие. Пахнет не очень приятно, но быстро выветривается, и уже через несколько часов не пахнет ничем. Итак, мы получили вот такую работу. Сейчас я вытру пальчики. Очень красиво, очень красиво. Бесподобно. Да, мы получили вот такую работу. Все довольно просто, да? То есть мы взяли... Поставь туда вот эту. А то тебе тяжело уже держать. Так, значит, смотрите, мы получили вот такую шкатулочку, вот с такой металлической вставочкой. Эти вставочки мы можем делать где угодно и любых форм, как я сказала. Хотите овальные, хотите ромбовидные, да? Это просто волшебство. Из незрачной коробочки сделать почти антикварную вещь. Но вы вот даете. Если вы возьмете какой-то... сейчас я покажу, у меня есть еще одна работа, которую я делала, вот она уже залакирована, как надо, но здесь другая краска. О-о-о. Вы видите, я здесь брала желтую краску, такая желто-бежевая, да? Вот. И вот здесь я серебром делала. Две разные работы. Да, две разные. Да? И вот если у вас какие-то есть металлические накладочки, вот такие, пониже, да? Пониже, пожалуйста, налёт. Вот если он. Есть какие-то металлические накладочки, ну, это будет, конечно, здорово. Вы можете и на бочок, вы можете и по центру, например, да, какой-то элемент сделать. Это же будет очень красиво. Вау! Да? Класс. Супер. Это кирпичик. Класс. Супер. Так со вкусом, Людмила пишет. Боже мой. А если золотом по коже мазнуть, Евгений говорит, как это будет? Можно попробовать. Ну, как-то кожа и в золоте, да? Я не очень вижу на коже золото, да. Просто не очень его вижу. Вот. Значит, смотрите, вот эта шкатулка залакирована, и насколько она уже смотрится более законченной, да? Хотя все то же самое. Классно. Цвета можно брать разные. Зеленый, голубой, бежевый, красный. И везде вы получите совершенно разные оттенки. Декупажа как такового нет. Работа очень простая. Только какой-то трафарет. Нет трафарета, используйте все, что у вас есть под руками. Даже просто малярным скотчем делайте какие-то рисунки. И вы получаете, в общем-то, вот такую работу. За 2 часа мы сделали работу. Крокодиловая кожа, а крокодилы были разноцветные. Крокодилы остались живые, здоровые. Они плавают себе в своей амазонке. А мы сделали имитацию. И поэтому ни один крокодил в этой программе не пострадал. Вот поближе смотрите, какая накладочка, как вот ее Галя обыграла. Вот накладочка, и вот она кожа. Ой, какая прелесть. Вот здесь видно, что трафарет повыше сделан. Ну, мне видно. О. И вот бочка, видите, вот Галя предлагала боковые сделать. Не то, что повыше, Наташ. А что? Я сейчас еще раз... Он вот... повыше прям да. Как-то смотрится. Это так все кажется, потому что, во-первых, здесь более матовый оттенок, здесь еще все блестит, еще все сырое. А, он должен выстоять, да? Конечно. Вот я тоже всегда на мастер-классах говорю, мы сегодня буквально с Наташей об этом говорили, что работа, даже докупажная или в имитации, она, значит, как вот как хорошее вино. Она, когда вы ее только сделали, вроде вы все закончили, но она еще выглядит сырой. Вот вы тоже обратите
обратили внимание на свои работы, да? Вы сделали, вроде бы сегодня, ой, хорошо, все сделала правильно, отложила, легла спать, утром просыпаетесь, она по-другому смотрится. Идет дозревание красок и лаков, идет вот это впитывание. Вот эта работа сделана месяц назад, да, то есть она дозрела, она приняла нужные ей, как говорится, оттенки, она стала более естественной. Здесь еще все, во-первых, без лака, все блестит. Как только залакируется, сделается, это будет совсем другая работа, да еще и дозреет, как хорошее вино. Это будет, конечно, полноценная хорошая шкатулка. Вот, вот такие работы мы с вами сделали. Потрясающе! Девчонки тебе пишут в чате, просто красиво, Галя. А внутри желтую, как она обработана? Да-да-да, кстати, вот да, внутри. Да, посмотрите, хорошо. Здесь внутри я сделала таким же бежевым цветом, как у меня была покрашена основа. Вы видите, с чего, вот с какой основы я сделала вот такой оттенок, да? Какой-то трафаретик можно сделать. И вот здесь я сделала такую же бежевую ткань, да, подстилочку из ткани. Это обивочная ткань для мебели. Можно делать, конечно, и цветную, можно делать и такую, можно делать просто прокрашенную. То есть вот здесь у меня сделано так. Проработано все, обязательно прорабатывайте, конечно, эти бортики. Здесь со внутренностями я буду работать уже в студии. Да? Понятно, что-то надо будет доделать. Возможно, я тоже сделаю золотой какой-нибудь трафарет на красном фоне. Я не знаю, может быть, будет коричневое что-то. Я еще подумаю, но, конечно, ее буду заканчивать обязательно. Итак, давай, наверное, напомним, что мы сегодня предлагаем. Да, чем мы сегодня радуем? Какой новой программой мы сегодня Новая программа. Еще раз покажу тем, кто, возможно, присоединился позже, и напомню, с чем мы работали. Новая программа – это такой бочонок-полянка, который я делала с таким огромным удовольствием, потому что тут два момента, которые я просто обожаю. Во-первых, стиль кантри, во-вторых, это имитация. Имитация деревянной резьбы, да, или резьбы по дереву. Что мы здесь использовали? Ну, во-первых, то, что это работа с... То, что это работа с салфетками, это понятно. Но здесь был интересный момент, когда мы поняли, что для объема вот такого, какой у нас есть на данной заготовке, не хватило нашей салфетки, и нам пришлось сделать вставку довольно большую. А теперь я сама не могу ее найти. То есть мы показываем, как это правильно, аккуратно сделать. Хотя у нас и салфетка в некоторых местах даже рвалась. Вот, это во-первых, работа с салфеткой. Но это самое простое, но есть интересные нюансы. Вот, и, конечно же, имитация резьбы. Из чего делается имитация? Вы уже поняли, это объемные элементы. Я часто применяю в своих работах объемные элементы. Но во всех мастер-классах, а у меня много мастер-классов вот с такими объемными элементами, я каждый раз стараюсь показать новый рецепт вот именно для создания этих элементов. И помимо того, что... мы делаем гибкие элементы из какого-то определенного состава, то есть один мастер-класс у меня с одним элементом, вернее, с одним составом, второй мастер-класс с такими же гибкими элементами, с другим составом. Это уже третий вариант, это уже третий рецепт очень простого строительного материала, который тоже доступен всем. Но помимо того, что у нас, сделан этот молд, мы же еще показываем, как сделать форму к нему. Как мы это показываем? Дополнительно. К этому мастер-классу вроде бы как полагается бонус, подарок, 20-минутный ролик по изготовлению самостоятельно силиконовых молдов. Потому что все понимают, что молды можно купить, но это будет дорого, потому что самые лучшие молды – это все-таки кондитерские. У них очень хорошего качества силикон, и он выдерживает все материалы. Потому что у меня уже был опыт и личный, и был опыт, что мне писали в сообщении к девочке, что они приобрели молды… Они приобрели молды для скраббукинга. Там, видимо, силикон другого качества. Может быть, это даже не силикон, но они немножко не подходят под те составы, которые я показывала. К ним эти составы прилипают. Поэтому лучше всего либо кондитерские молды, но если это вам кажется дорогим, вы можете делать эти молды сами. Из чего? Как сделать именно такие формы, откуда их взять, какие элементы можно применить, чтобы создать вот такие интересные варианты. Потому что силиконовые молды, я часто о них говорю, они делаются очень просто из очень доступных материалов. Силиконовый герметик и картофельный там, или кукурузный крахмал. То есть я почему вам это говорю, чтобы вы понимали, что это доступно. Вы это можете делать сами. И конкретненько все это раскладывается по полочкам, как это делается, как это вдавливается, как это потом вынимается, как это все это совершается. Вот. Я думаю, что этот ролик будет вам очень полезен. То есть это подарок для вас такой, к этому мастер-классу. Вот. А здесь вот эта резьба по дереву, конечно, очередная игра красками.
потому что эти молды я в предыдущих мастер-классах, в предыдущих обучающих программах я использовала для имитации в основном металла. Но потом, когда мне просто надоело имитировать металл, потому что металл, я его очень люблю, но когда-то приходит момент, когда хочется опять-таки что-то новенького, да? Вот, потому мы так и растем, что в какой-то момент мы понимаем, что это надоело, а другое надо придумать. И вот вам, пожалуйста, резьба по дереву. Я надеюсь, этот мастер-класс будет очень полезен и интересен. Вот, еще раз повторюсь, что вживую это гораздо интереснее, чем на веб-камеру. Да, на камеру, потому что тут расцветочка немножко по-другому. Близко более или менее, там камера сейчас неплохо работает, но когда вы держите это вживую, это, конечно, прекрасно. Вот. Патинирование. Патинирование тоже сделано интересным способом. Это уже не мой любимый кузбасс-лак или битум. Это обыкновенные краски акриловые, но это тоже надо уметь. И мы показываем, как их правильно развести, как их правильно нанести, как их правильно стереть, чтобы получить именно эффект патины, да? Просто это не патина, это обыкновенные акриловые краски. Но мы с ними поработали так, что получили эффект патины. Это вот одно предложение. И второе предложение – набор именно по имитации металлов. Несколько работ. Да? Давай покажем, потому что девчонки спрашивают, там шарик. Вот это у меня… Вот посмотрите, здесь тоже молды, да? Так же, как и здесь, на этом бочонке. Но здесь один материал, здесь второй материал. Где у меня шарик? Угу. Здесь третий материал, хотя тоже молды, тоже гибкие, да, тоже для сложных форм, сферические, цилиндрические, волнообразные, да, вон по каким волнам я вот все это, да. Изогнутые, да? Да. И, то есть нет смысла делать одни и те же молды одинаково, и получается одну и ту же технику вам предлагать. Какой смысл? Поэтому каждый мастер-класс, вроде бы и с одинаковыми там молдами или какими-то элементами, или, по крайней мере, тема одинаковая, гибкие формы, да? И рыцарские у нас. Да, рыцарские, да? Сейчас давай покажу, я просто пока гибкие формы показываю, да? И каждый из этих материалов, он разный. Здесь один, здесь второй, здесь третий. Придумаю что-нибудь еще четвертое, но можно придумать и четвертое. Так, вот этот идет еще. Сундучок. Вот, да-да, вот этот и дамочка еще. И дамочка. Я сейчас дам. То есть идет имитация металла вот по такой шкатулочке, рыцарский роман. Чем хороша, вот сейчас, секундочку, да, чем интересна вот именно эта работа, да, я уже не первый раз предлагаю имитацию именно вот в этом варианте, потому что здесь была специальная задумка, мы специально работали здесь только строительными материалами, потому что прекрасно понимали, что не каждый может достать какие-то творческие материалы, специально там краски, лаки и прочего, и просто вот специально, сознательно мы задались целью сделать шкатулку только из дешевых строительных материалов строительного магазина. То есть так, чтобы было доступно всем. Все, лаки, краски, даже мастихин мы брали не творческий, а не мастихин брали, а шпатель. Мы работали здесь шпателем. Вот, все краски, лаки, все какие-то объемные материалы, все только из строительного магазина. И... Просят бутылочку поближе, можно я покажу? Да, девчонки просят, как она выглядит. Обратите внимание, здесь какой красивый вот этот рельеф. Здоровский, она именно изогнутая. Мы специально взяли вот такую всю выгнутую форму. Посмотрите, как горлышко обработано. Да, мы специально выбирали именно эту бутылку, не стали брать прямую, делали перед Новым годом. Вроде бы сначала первая реакция была, давайте возьмем бутылку для шампанского. Но с ней было работать скучно, потому что она прямая. И мы решили взять бутылочку вот такую изогнутую. Именно на ней мы показали все возможности гибких молдов, да, гибких форм вот этих объемных элементов. И еще один мой недавний обучающий такой материал, это вот такая шкатулочка, которая сделана практически из обыкновенного короба, но путем некоторых усовершенствований мы получили вот такой ларец практически, да, вот, здесь, да, что здесь интересно, здесь очень интересные тоже, это тоже объемы, но никаких паст, никаких шпаклевок, то есть это совершенно новые объемы, и тут вся основная фишка именно в игре красками. Как выделить объемы только лишь краской? Ничего специального вам здесь не надо. Это, собственно говоря, для тех, кто любит что-то сделать интересное, но при этом не заморачиваясь какими-то дорогими материалами. Но в этой же работе для тех, кто хочет узнать что-то еще дополнительно новое, мы немножко усложнили одну сторону.
То есть вы можете делать так, а можете делать... То есть одну сторону мы специально сделали более сложную. Здесь, опять-таки, имитация чеканки. Вот такая рамочка, да? И работа с поталью. Это мардан двух видов, клей для потали, да? Здесь вот один, и здесь, посмотрите, это же тоже поталь. Здесь совсем другой. Вот. Но самое главное, это вот эти фактуры. Хочу вам здесь показать, да? Это вот эти все фактуры. Видите? Да, да, объемные. Да, конечно. Объем. Это объемы. И да. Я думаю, это тоже для многих будет интересно, потому что все это очень доступно, все это есть практически в каждом доме, и, в общем-то, и по цене доступны материалы, и по месту положения. Потому что это тоже все строительное. Вот такие у нас сегодня предложения. Давай мы переключим камеру на тебя. Ты сейчас появишься в кадре у нас. Вот она. Ну что ж, спасибо вам огромное. Еще раз хочу напомнить, что спасибо вам огромное, что в этот Новый год вы вошли вместе с нами в студию «Серебряный лебедь». И мы сейчас проводим вот эту неделю наших рождественских встреч. И я думаю, очень много интересных тем вы еще узнаете. Сегодня выступала я. Завтра будет выступать Зоя. Зоя, да. Вы все знаете, какой это мастер по лепке. Это талант необыкновенный, это просто гениальный мастер именно по лепке. Далее у нас будет выступать Леночка Васько со своими игрушками. То есть каждый мастер представляет какую-то свою технику, да, и каждая техника у нас не перекликается, а как бы дополняет одна другую, либо является совершенно самостоятельной. Поэтому я думаю, что вот этими выступлениями мы разнообразим ваш творческий опыт, и вам понравится то, что мы вам предлагаем, и вы все это будете использовать, а потом будете делать работы и присылать нам свои фотографии, а я получаю такие фотографии практически ежедневно. И вы знаете, как приятно понимать и знать, что мы работаем для вас не впустую, что вы пользуетесь теми знаниями, которые вы получили. И это сподвигает нас что-то придумывать новое, как-то то есть расти вместе с вами. Если вам хочется узнать что-то новое, то для того, чтобы вам это преподнести, мы должны это изучить. И мы изучаем, мы стараемся. И, собственно говоря, нам это нравится вам предлагать то, что поможет вам в вашем творчестве, в вашем дальнейшем росте. И вы знаете, многие уже пришли к тому, что не просто учатся, ну так, делать нечего, вечером посидел, многие на это стали зарабатывать. Знаете, как приятно получать, что Галина, я сделала впервые, у меня уже купили. И вы знаете, куда разъезжаются ваши работы? И за границу, и там и по Москве, и Петербург. И особенно вот девочек радует, что вы знаете, а моя работа в Германию, а моя во Франции. Ну это же так приятно. Девчонки, творите, дерзайте, растите, учитесь. И я вам желаю только вдохновения, творческого, личного, счастья, здоровья, благополучия во всем. До новых встреч. До свидания. Алена?